А добрейшего всем времени суток. Здрасте всем. Здравствуйте, здравствуйте. У Что-то нас... у меня там... О, Да. картиночка пошла. Ага, у нас тут свет на заправке появился. У нас... У меня тут кто-то уже понаписал. Давным-давно. Что особенно актуально ночью. Да. Да, И вот еще... это теперь вообще красиво выглядит. Да, корпус еще иди хвастайся, вон там, пойдем. А, да, я сегодня зашел. Ну, площадочку я тут маленькую подровнял еще холмик, чтобы получше было. Ага. И внутри. Да тут снаружи я чуть-чуть, конечно, поменял. Да я вижу, неплохо получилось. А вот и внутри у нас теперь как будто плитка даже на полу. Ага, Как будто лампочки и все дела. и даже как будто вот планетка. И Ну, кстати, даже можно и с корабликом поставить. Так, типа, для можно их. разнообразия. Ага. Вот. Картинки для экранов мне еще, к сожалению, не заапрувили. Я не так давно их, собственно, туда. Они где-то в районе недели их апрувят. Но я думаю, что к следующему стриму что-то да будет с точки зрения. Надо было написать, здесь могла бы быть ваша реклама. Так. Не вопрос. А, да. Еще и сенсорные двери же у нас такие. Вот подходишь, они открываются, закрываются. Почему бы, собственно, и нет? А, да, собственно, да. Чего хотели-то сегодня, чем заняться? Я, по-моему, рассказывал на прошлом стриме, да, что вот мы хотели делать, собственно, большой корабль, мы собираемся на ларджовом ядре, но это падло будет зело тяжелое, и садиться на планету ему будет довольно-таки противопоказано. Поэтому, ну, у него будет антигравитационный движок, естественно, но он работает только с какой-то определенной высоты, по-моему, 2000 метров. Вот. Поэтому неплохо бы нам где-нибудь там в космосе поставить, собственно, платформу, на которую будет Ой, ездить, внезапно. да, на сречь космический лифт, на которую будет ездить, соответственно, небольшой лифт с парой контейнеров, в который можно будет загружаться, разгружаться и тому подобное. Вот. И, собственно, и это мы сегодня попытаемся начать строить. У нас недостаточно пока больших кор, чтобы тянутся туда совсем вверх, они там производятся вовсю, пытаются, во всяком случае, производить. Ну и плюс, собственно, сами движки, и ховеры, и так далее. Скриптик я для лифта нашел. Вопрос еще в высоте лифта, насколько высоко его надо Ну, я думаю, вытянуть. для начала мы сделаем его тысяч на 5. Вот, как, собственно, эти лифты работают? Люди обычно строят коробку квадратную и внутрь пихают лифт. Потому что, то есть суть работы лифта заключается в том, что мы когда берем ховеры или вертикальные бустеры, ой, мук, вот такие вот штуки, да, то они... Ну, они как бы отталкиваются от земли. Если они отталкиваются от стены, что практически то же самое, то стена может быть насколько угодно высокой. То есть, например, если взять тот же самый ховер, который вам дают в самом начале, когда вы начинаете играть бесплатно, и поехать на нем по вертикальной стенке, то на ховере можно выехать в космос. Вот такая вот фигня. Соответственно, отталкиваясь от этой концепции, мы и будем это делать. Давай теперь решим, где мы будем это делать. Ну вот надо площадку какую-то А, под это самое ну да. дело. Ну что, размером он будет где-то, ну, medium, средняя кора. То есть размером он будет вот с кору нашего осла. Вот такой вот он. Лифт. Ну он с учетом того, что занимает-то не все пространство. Ну, его можно будет расширить. Я хочу потому что сделать что? Немножко не так, как делают все, а немножко по-нашему, по-другому. То есть у нас, я попробуем, естественно, не факт, что это будет работать.
Но это будет как бы колонна посередине, а вокруг нее, собственно, будет лифт. То есть ховеры будут отталкиваться от колонны, а не от стенок. Понимаешь, да? Вот. Мне кажется, что это будет выглядеть слегка красивее, это раз. И два, для этого нам потребуется меньше, собственно, материалов тянуть колонну, собственно, в небо. Ой! Ты в строительном режиме падал, понял. Да. Вот, соответственно, нам нужно сейчас сделать что? Нужно прифигачить площадку для лифта. Плюс-минус сообразить. На этой вот коре, я думаю, на ларжовой, на которой посадочная площадка, парковка, да? Поставить там, соответственно, среднюю летательную кору, динамическую. В ней как бы очертить, скажем так, квадратик. И этот квадратик, это будет, собственно, палка, об которую кора будет отталкиваться. Ну, весь вопрос, где эту штуку мутить. Вот да. Соответственно, Потому что здесь же у нас еще парковка, там и все дела. ну да, то есть я вот думаю, как бы, чтобы она В ничего каком из углов? не задевала. Может быть, вот в этом углу, напротив, как бы, вот ближе к рефайнере, вот сюда. А может от зданий подальше? Я просто В думал, что... каком-то из противоположных углов. Я просто исходил из того, что, допустим, как бы лифт, он рядом с парковкой, рядом с заправкой. И, соответственно, ты с лифта спустился и там взял, купил горючего или там выложил руды прямо на заправке, то есть не отходя от кассы. А собственно, парковку продолжить уже вот туда, в сторону берега. Ну, просто как-то близко, блин, к зданиям. Они у нас так достаточно плотничком, да, некоторые стоят. Тут еще массивная такая палка будет. Здорово, Юр, здорово. А почему транслитом? Не, ну смотри, я тут как бы на тебя с этой точки зрения полагаюсь, конечно. Так что тебе решать и выбирать тогда. Даже мне он написал вообще hello. А, смак бук А пишу. А, еще я сегодня, кстати, заметил косяк, когда площадку делал. Она почему-то типа поползла по толщине, непонятно куда, но сейчас вроде как выровнялась. А, ну, может, Я не понял, в чем брем глюк, был, она глюк такая. какой был, Ну, тут она не любит. Нет, она, кстати, вот с одного края она там опять в утолщение идет. где? Это типа не в целый блок, а чуть больше. Вот, с этого края, вот где я летаю. А где ты у меня сейчас? Здесь местами прям по Там сетке видно. Да тут, по-моему, тоже видно по сетке. А. И типа Ну да. чуть толще. Почему, куда тянет их, непонятно вовсе. Странная какая-то фигня. Но я думаю, что это, может, просто решетка съехала. Да, Вова, мы тебя в другой космос свалили. Вот так. А Бери суть-то в том, свой что это космический. не решетка съехала, это оно так и есть, потому что если взять там, ну типа седьмым, восьмым инструментом, да, выбирать блок, то ты просто не будешь ничего видеть. Он выбирается, это как бы типа нормально, но у тебя, собственно, вот этот вот кусочек, который сверху выбирает, он тебе не дает нормально. То есть это уже как бы другой воксель-то пошел, по сути. Странная фигня, подозрительная. Да. О, поправился. Ну, Поправился, смотри. а вот сейчас стоит убрать, и оно, по-моему, обратно вылезет. Ну, видимо, надо будет добавлять, все равно же будет расширяться заправка. О, О, как. стоим. Ну, в общем, да. Странная фигня, да. Да, ну, короче, где закладывать будем? И из чего? А вот из чего? Это тоже хороший вопрос, потому что Не, ну практически ничего нет, кроме силикона, да. можно продолжить серым бетоном, потому что я бетоне, вот здесь я поставил вчера небольшое производство бетона. Да, я видел, я чуть-чуть его там потратил немножко на.
Это самое. Ну вот на площадку. Ну я понял. Алло, раскукошься, пожалуйста. Вот там 5000 литров есть, то есть можно сделать темно-серого, да, допустим. Wax Dark Grey. Ну и давай сделаем 5. Это у нас будет... Такой асфальтец, так сказать. Ага, 5 он, конечно, не сделает, потому что у нас будет там недостаточно. Ну ладно. Сейчас, короче, бетончик подоспеет. А, там же единица 180 кубов и вот это вот. Ага, из 1800 литров, да. Причем. И да, разговаривал я с народом в Дискорде, в дуалочном, по поводу прокачки. Бетон это единственная вещь, которая не прокачивается в талантах. То есть вот силиконовский ханикомб и так далее, ты, пожалуйста, можешь его сделать... Прокачать у тебя, печаль. Собственно, то, что у меня в нанопаке делается, да, вот как у меня там получается, типа, ага. Ну, грубо говоря, 1000 литров делаешь, получается 1200, что, в принципе, неплохо. Да, то есть ты предлагаешь вот в ту сторону, да? Ну, куда-то, да, можно в ту, либо где библиотека, либо вообще там в угол в самый утащить, допустим. Просто видишь, еще непонятно, каких размеров будет сама парковка у нас в конечном итоге. Не. И явно не под особо большие-то корабли, потому что ну, это... она будет очень огромная. Наверное. Не, ну можно давай тогда, если мы продолжим как бы вот эту вот сторону, в смысле вот по этой горизонтали, да, где у нас сейчас да. парковка. Вот здесь вот сделаем типа столбик в уголке. И это того. От этого будем, блин. То есть он будет. Один из краешков. А, ну, то есть он будет как бы в углу этой коры, скажем так. Надо будет, естественно, отступить чутка. Чтобы. Не это. А еще, видимо, здесь придется срезать траву и всякую фигню. Или как. И камни. Не, ну я предлагаю сейчас. Или насыпать. Я предлагаю сейчас не заморачиваться с ландшафтом. Я предлагаю сейчас поставить здесь вот, собственно. Просто потом им заморачиваться будет гораздо сложнее, когда здесь будет площадка. Так мы сейчас все закрывать-то не будем. Мы сейчас закроем только, чтобы это под. Сейчас я туда кубик притащу. Это же мне сегодня пришлось уже это самое. Вырезать кусками площадку. Ага. Еще потому что внахлёст у нас два ядра идут, это еще немножко неудобно. Потому что одна полосочка, которая попадает в это ядро, она не редактируется. Ну, то она редактируется другим ядром, как бы, да? Да, это приходится заходить в другое ядро. Блин, вроде и длинное, а вроде и. Короче, вот тут кубик я в уголке принес. Можешь от него начинать строить и ни в чем себе не отказывать. Где? А вон в самом уголке. Вот. Он по высоте парковки, да? Да. Отлично. А чем мы строим? Серым бетоном. Просто серым или вот этим? Ну, вот этот, который Waxed Grey. Я его поставил делаться. Во. Он как бы еще есть просто. Вот. Оставалось. А сам лифт... И с отступом, да, от края надо еще. Не, ну площадку в любом случае заливай. А лифт, ну, то есть динамическую кору мы будем ставить типа с отступом в десяточек. Например. А, то есть площадку можно прям в самый. Ага. Я бы даже сказал, не могу. А сколько ему площадка надо? Ну, под среднее ядро. Блин. Это вот как-то непросто.
Так я понимаю, мне нужно сначала, чтобы была площадка, и потом я поставлю на него, собственно, среднее ядро, и от этого мы будем плясать. То есть, понимаешь, да, тут такая фигня. Да, и, собственно, для лифта... Я понимаю. Сейчас у меня тут флюорин прокачается, и для лифта я качаю organizational construct, ну, чтобы больше кор, короче, вместилось. Люди делали еще хитрую вещь, они типа создавали специальную организацию одним человеком, в которую он вступал, типа, и он тоже... Лифтеры? Да, да, тут, ну, тоже с прокачкой, то есть он в двух организациях человек как бы состоит, и на одной организации, поскольку у него organizational unit management прокачан, он, соответственно... Вот здесь, кстати, такая же фигня, он начал вздуваться местами, бетон. Я не понимаю, в чем прикол, он там где-то вот местами можно в центре найти, кубиком когда вводишь. Ага. Там... Фигня, ну, фигня какая-то. Вот, да, непонятная. Я бы сказал, даже очень непонятная фигня. Ага. Вот. А саму палку лифта я предлагаю строить, знаете, из этого, вот, которым мы дорожки в складе делали. Из силикона вот этого всякого. Ну, желтый, да, типа аккуратно, да. И там каждые, допустим, 100 метров ставить пояс лампочек, что типа аккуратно не врежьтесь. Ну, типа, вот такая площадка, потому что, блин, ага. Размеры. Размеры, ну, размеры, размеры. А здесь с размерами все очень печально. Значит, скажешь, попробую так, примерно понять. Ну, так. По крайней мере, знаешь, в пределах ядра типа должно хватить. Блин, тут как не очень удобно. Сейчас. Как бы очень большое это среднее. Сейчас. Ага. И оно еще и, да, оно еще же не ровное. Ты же его еще не... Нет, но оно... Я пытаюсь его выставить ровно сейчас. Нет, в смысле, сетка сама, она не по 4 там, да, там заканчивается. Ну, не по полному квадрату большому, а поменьше. Не то нажал. Так, вот так вот я ее поставил. Значит, смотри, получается... Ух, ядрит Мадрид. Много там, да, не хватает? Очень дофига. Смотри, то есть... Я просто даже не вижу, где ты поставил ядро. Я его еще не поставил. Смотри, один конец вот здесь, где я стою. Ё-моё. Фиг... Серьезно? Такое огромное? Ага. Что-то, по-моему, не нифига, это не среднее. Вот где ты прям стоишь, да? Ага. А, сейчас тебе скажу. Вот так, да? Где-то. Ага, ага. И с той стороны... Моя женщина. Вот здесь. Я даже не вижу тебя. Не, я сейчас серьезно. Ну, смотри, ее не обязательно делать, типа... А, вот он ты где стоишь. Ага. Не обязательно делать ее во всю ширину. То есть нам нужно прикинуть, скажем... Площадку-то один фиг делать. Ну да. Я ядро пока еще не ставил, я пока еще боюсь. Да. Вот. Это, соответственно, размер среднего ядра. Среднего же, да?
Явно небольшого. Оно меньше, чем большое. Ну, большое динамическое я и не могу, как бы. Пока. У нас его пока нету. То есть нужно будет прикинуть сейчас. Такое ощущение, что... А может, квадратное, не знаю. Непонятно сейчас. Так, высота ядра у нас там. Высоты, я думаю, хватит. Хотя... Можно чутка приподнять. Этого будет нам типа с лихвой. Да просто это все забетонировать надо очень много бетона. О, да. Так, у меня есть что-нибудь, чем протянуть ниточку? Да. Ниточка, иди сюда. Бдыщ. Столбик, блин. Угу. Что-то у меня сейчас вдруг повисло и крашнулось. Ну да. Exception. О, господи, что произошло? А, у меня крашнулось это. Как ее? Дуалка. Внезапно. И собирает крэш-репорт. Ты меня... А, у меня вообще все крашено. Раз, раз. И Дискорд крашнулся. Понятно. Тюб. Сейчас, господа, что-то у меня совсем совсем мощно крэшнуло. Окей. Неожиданная фигня. Кто у меня что грузит, блин? Кто решил включить апдейты? Понятно, да, да. Ой. Сейчас Да я у меня тут все подтормаживает, сейчас расколбасит. Логин тайм-аут. У меня потому что Дискорд внезапно решил обновиться, и это... Ага. Нормально. Почему бы и нет? Ага. Дай-ка я обновлюсь, почему бы действительно и нет. Говорит он мне, и connection queue ед, и стрим подтормаживает дик совершенно, и ой, что происходит? Ну
Connection qubit, login timeout. Да. О, пошла загрузка. Ай, как же у тебя микрофон-то колбасит в последнее время. Да, там, видать, совсем уже плохо. Это я смотрел, там вроде как особо даже к нему и не подлезть, к тому проводу. Не, настройки звука Юрон сломает, ломает только мы знаем кому, да? Когда кабель А, кабель Б. Ну, он такой типа повис и такой хоба. А что ты с Mac-то, кстати, между прочим? Поломал компьютер? Отжали. Ну, загружайся. Warning YouTube is not receiving enough. Понятно. Ну, как обычно, собственно. Так, я на месте. Я вернулся. Ага. Вот так вот ты решил сделать. Да, понятно. Ну, потому что, блин, бетона здесь реально не хватит на все это. Как... Ага. Там осталось уже 65 кубов. Из? Он там, думаешь, все доделал? Я... Из 200 с чем-то. Там 200 с чем-то было, когда я начинали. Сам же знаешь, сколько его уходит. Ага. Так. А, понял тебя. Чё? А, missing input ingredients. Ну, конечно. То есть он сделал сейчас... А, ну да, он два стака сделал и сказал, что все. Да, потому что он все сожрал. У нас все закончилось, да. Окей. Значит, нужно будет сделать тогда maintain, допустим, на побольше, на 18 тысяч, допустим, чтобы можно было 10 стаков сразу зафигачить, если вдруг чего. Так, окей. Теперь, значит... А, я туда запрыгнуть не могу. Окей. Если это у нас динамическая кора, теперь мне нужно посмотреть. Теперь мне нужно посмотреть. Так, силикон aged. Окей, допустим. Допустим, вот у нее идет сюда. Вот да, у нас тут еще ядро другое стоит. Ну, его можно отодвинуть его... куда-нибудь. Да, я бы сказал, даже нужно. Угу. Это... Где центр-то в результате получается? Вот он, да? Мы его даже просто отодвинем, мы его немножечко спрячем. А. Я не понимаю, блин, вот эта линия, которая с фонтом центр ядра, она как-то... Ты на нее смотришь, а она двигается. Интересно. Ну, то есть я не пойму, где у нее конкретно надо проще от ядра, короче, начинать так. А, ну она двигается, ты же к ней добавляешь всякой фигни, и там начинает. Так, во-первых, надо свет включить. Подожди. А палка-то у нас, на которой это все будет подниматься, она же должна, по идее, быть на статических ядрах. Да-да-да-да-да-да, я сейчас просто центрую. Ага, так.
Ну, тут сложно отстраивать с учетом того, что, ну, скорее всего, будет там типа 2 на 2 квадратом. То есть я вот это вот сейчас вот уберу, эту палку, которая сейчас идет вниз, и сделаю квадрат 2 на 2 тоже вниз, который потом, естественно, тоже уберется. Ага. Вот. Если я что-то в чем-то понимаю, то вот это центр. Ну, по идее, да. Оно и есть центр. Вот. И к нему надо палку. Чего? Ну, вверх ему надо палку ставить. А, подожди, подожди, подожди. Сейчас сначала, во-первых, надо решить, какой ширины будет палка. Потому что adjust, в смысле эти, в бустеры. То есть вот у нас, допустим, вот эта вот палка лифта, да? Ну, с которой будет на статике. Ага. Так. Ой. Я тебя замуровал там, что ли? Не совсем. Я сегодня зашел, такой появился в Ханикомбе. Что-то не то. Что за странная черная штука вокруг. А, ну и в принципе она же может быть полая, там А, разницы же ну, нету. абсолютно, да. Конечно, полое, иначе мы это Согласен. заколебаемся. Так, теперь, значит, если я возьму бустер, вертикальный. Ох, епи-пи-пи-пи-пи-пи. Ну, я так понимаю, что когда я на маркет летал и видел столбы вверх, скорее всего, там тоже ребята лифты Ну, строят. да, ну да. Так, значит, вот у нас бустер. Размер, да? Я думаю, что как минимум нужно, значит, три с каждой стороны. Три А, бустера. ну, их будет три пары, то есть он будет один вот такой, а другой под 45 градусов. Но я имею в виду по ширине. То есть смотри, у нас тогда вот Ну, я понял, уйди да. отсюда бустер. То есть у нас вот один стоит здесь по центру, да? Вот так. Дальше, значит, у нас идет палочка в эту сторону и палочка в эту сторону. Окей. И у нас сюда, соответственно, встает второй бустер. Ну, допустим, вот так вот. Да? И сюда у нас встает, типа, третий бустер, типа, вот так вот. Ну, я так скажу, что штука эта будет жрать очень много горючки. Да нет, дело в том, что бустеры, они намного эффективнее, чем... Намного эффективнее, чем эти. Ховеры. Да. А, нет, чем, собственно, движки. Они меньше горючки жрут. А, ну, понятно. Просто у нас тогда вертикалки очень много сжирали. Вот. То есть вот это у нас получается ширина одной стороны. Ну, если брать с запасом, то вот. Опс. Ну, естественно, запасом Вот там так. немного. Допустим, вот так. И тогда, если мы сейчас вот эту палку срежем и скопипастим ту. Так. И она, блин.
Вот так. Вот, то есть это одна сторона. Теперь, соответственно, мы берем вот это так, вот это так. X. Ой, зачем Ctrl-X? Ctrl-C же ж нужно же ж. Ну, только, наверное, не так, потому В смысле, что не-не-не-не-не. относительно же центра. Так сейчас, подожди, сейчас мы квадрат-то выставим, и потом его можно будет вырезать и как-то подвинуть, так? И так. То есть вот квадрат лифта. Да, теперь его надо подвинуть. Угу. Так, сейчас, значит, бустеры мы сейчас уберем пока. Угу. Вот. Или располовинить. Типа, чтобы знать, насколько подвинуть. Смысле Вот это вот располовинить? самый не очень удобный момент. Ну, типа, половину квадрата, если отодвинуть, да, до центра ровно. А как ты Как-то выберешь так. сейчас половину квадрата? Вот это самый главный вопрос. А, то А, есть... ну да, к этой же штуке я же ж не могу, потому что это другое ядро, ты же на динамик query строишь. Да. Ну так переключись на динамику. То есть смотри, вот это будет внутренняя часть как бы динамической фигни. Я А от нее понял. будет, от нее, соответственно, будет идти небольшой отступ в там в пяток векселей. И там будет уже посередине идти, собственно, палка ларжового ядра. А вот. То есть теперь, то есть все, что нам сейчас нужно, это отцентровать вот эту вот. Так, сейчас я вот эти вот крылышки сотру. Потому что они теперь не нужны. Ну, сейчас. Оставлю только палку. Вот. Крылышки-то, конечно, прям зря, наверное, сейчас стерну, ладно. Ну, типа, потому что центровать-то будет очень неудобно. А, так. Центр. Я нашел. Или не нашел. А, блин, а чё он. Слушай, а он какой-то это у нас неравносторонний. В Ну, смысле? точнее, сторона не в том плане неравносторонний. Короче, нечетное количество вокселей. Ага. То есть Ну... он ровно одним вокселем там по центру Не, ну двигается. тогда надо увеличить на один воксель, конечно же. Да. То есть это получается тогда... Вот сюда. Где-нибудь там с какой-нибудь Вот стороны так вот. Если, двух. ага, вот так. Если я что-то в чем-то понимаю, то это будет тогда вот так. Да, а вот это надо, значит, Ага, стереть. сейчас. И пошел я искать опять середину. Я ее почти нашел. Почти на глаз.
Что я делаю-то, блин? Все, нашел. Ну, реш. Сейчас я лишний отрежу. Вопрос еще в другом. Даст ли он мне выделить столько? А то, может, нет, дает вполне себе спокойно. Ага. А, ну... Ты вырезал вместе с куском этой самой, что ли? Ну, естественно, Ага. как он без него же Ну не да, вырежет. ну да. Не, ну не вопрос, соответственно, сдвигай теперь ее на место. Так, теперь мне надо... А я тогда выберу Ага. сейчас вторую половину, и если... Ага. И, по-моему... Да. Все. Ага. Вау. Где я? Потому что Где дело я? такое. Где я? Ну, собственно, столбика обратного я могу кусок не возвращать, я думаю. Ну, да. То есть получается Вот вот как так бы. вот у нас, да? Теперь он по центру. Там. Ага. Отлично. В таком случае столбик, собственно, можно уже убрать. Теперь. Ага. Теперь надо центральный столбик. Подожди. Центральный столбик, чтобы поставить, нужно сначала понять, где стоят бустеры. Потому что у нас это будет типа стенка, да, типа... Интересно, то есть получается у нас часть бустеров, они будут относительно горизонтали, да, 45 градусов стоять. Часть бустеров у нас будет стоять. Вау. Все. Вот так вот стоять будут. Да. Хотя, блин, относительно вертикали это тоже, в принципе, 45 То градусов. есть. Подожди. То есть, если у нас стоит вот так вот этот бустер. Но там надо будет просто эти, может быть, сделать. Там же все равно под 45 градусов треугольничек. Угу. Хотя, блин, тоже такие извращения. То есть, подожди, то есть у нас получается вот стоит бустер такой. Так. И тогда у нас... Вот стоит бустер такой. Черт, подожди. Ха. А они тогда уместятся, собственно, со всех сторон такие штуки? А ты вот прям вот в таком количестве их, да, хочешь поставить? Ну да. Не, ну так-то они уместятся, почему нет? Так, он у нас по центру, нет, этот бустер сейчас стоит, или его надо подвинуть? Это вот хороший теперь вопрос. Потому что ничего же не отцентровано. Да вообще, вот, вроде как да. Или нет. По-моему, нифига. Вот я... Непонятно, потому что тут вот эти вот линии, они тоже такие. Ага. По-моему, вот здесь вот будет центр. Если исходить из вот этой палки, которую я сейчас втыкнул. Да. Угу. Да, теперь больше похоже на центр. Окей. А, значит...
По-моему, нам придется расширять этот квадрат. Думаешь? Ну, смотри, если я сейчас, то есть, допустим, сейчас мы поставим еще один бустер. Здесь. Не, ну, по крайней мере, расширить это не такая проблема, на самом деле. Тем более, ты подрезал его? Да, ты подрезал его. Здесь, типа, есть по 6 штук на каждую сторону. Они... А, я понял, да. Да, не влезет. Там не настолько большой запас. Ага. Ну, это, в принципе-то, как бы не так страшно. Просто надо тогда их поставить, чтобы понимать, сколько там. Ага, ну да. А у нас их столько нету, да? У нас есть еще 5 штук. Ну, нам, я думаю, вполне хватит 5 штук, чтобы понять. Угу. Соответственно. Достаточно в одном углу такое. Узнать, сколько надо достраивать. Так, как бы теперь повернуть? Блин. Допустим. А, точно на таком расстоянии. Ну, в смысле? Ну, этот бустер на таком расстоянии должен стоять. От центра. По-моему, поближе он должен к центру стоять. Ну да. Там же хотя же... нет, подожди, может и так. Нет, там же 45. Тогда относительно него под 45 назад сдвинуть. Вот, тогда будет тоже, в принципе, нормально. Ну и эти, собственно, тоже сдвигать придется. Только я сейчас не помню, почему я... Подожди, то есть у нас... Так, Черт, математика. Да, собственно, есть резон просто их поставить по вот эти вертикальные, да, вот как сейчас есть по вот этому периметру квадрата. Ага. А те, которые под 45, их, собственно, под них уже там дальше разогнать, ну, расширить, собственно, квадрат. А. Там их нам надо будет буквально пару штук поставить. Логично, логично. Подожди, так, я с тобой согласен. Тогда получается, значит, вот это мы убираем. Им же в любом случае между собой какой-то там нужен зазор будет в углах. Ну да. Так, да. А этот мы тогда двигаем обратно назад. Да не туда. Точно. Да не туда. Да вот туда. Да, вот здесь с кнопками, конечно, вот этими иногда непонятно. Ага. Причем, когда я заходил? Вчера я заходил. Что-то я двигал, и там, короче, такая фигня, типа, вот два предмета рядом стоят. А, на складе я двигал этот контейнер, и что у нас эти стоят там? Не хабы, а... Так. Которое... Расширение для контейнера-то. Окей, ладно. Ну, хабы. А, или ты про трансфер-юниты. Вот, трансфер-юниты. И, короче, типа, контейнер у меня вверх-вниз поднимался пейдж-апом, да, там, пейдж-дауном. Ну, там зависит. А коньяком, а он стоял выше, да, типа...
Ну, они типа в одной плоскости, ну просто вот тут выше и ниже. И вот тот, что ниже, он типа двигается page up, page down, а этот, он двигался стрелками вверх-вниз. В смысле? Блять, вот они вот, вот я на них одинаково, я прям между ними четко стою. Не матерись, ну они уже меняют свою плоскость. Ну, чуть-чуть можно. Так, ну смотри, тогда мы, значит, исходим из того, что они у нас будут стоять здесь. Да, и, собственно, от них там типа вот эти вот 45 градусов. Да, то есть, ну, то есть центральная палка у нас получится именно такого размера, как типа надо. Так, здесь у нас будет тут. И все прекрасно. Ага. Это можно убрать. Типа движков побольше, чтобы как бы вес, да, можно было? Ну, конечно. Ну, в принципе, да, там тогда типа станцию там уже типа какую-то мутить, да, посадочную. Ты туда типа сел, загрузил сюда в контейнеры, контейнеры вниз спустил, и все, в принципе. Ну и мелкие какие-то корабли можно здесь будет поднимать, я думаю, вполне себе. И если вдруг именно. Потому что площадка-то большая. Так, иди сюда. И иди сюда. А, ну вот, кстати, знаешь, что я тебе скажу? У нас площадка. Площадка. Как-то я не очень угадал. На самом деле площадку. В смысле? Ну, типа, получается, ядро у нас, оно... Ну, площадь ядра, она занимает меньше, чем площадка, на самом деле. Вот. Нет, все правильно. Где-то оно, по-моему... оно за нее выходит, а где-то... Ну, вот здесь вот нужно будет еще достроить сбоку с этого. То есть тот угол я выставлял, потому что ты там уже построил сразу площадку, а тот угол я выставлял с отступом от... От угла коры большой, который статический. Все, я понял, сейчас я это сделаю, в принципе. Да подожди, да это как бы не к спеху. Так, все. И мне, понимаешь, мне надо знать просто границы. Смотри, значит, вот эта штука теперь отцентрована. Так, 9. А, ну все, собственно, больше мне ничего не надо. Да, все, значит, я центральную тогда сейчас стираю. Центральный силикон с динамической коры. Вот. Потому что у нас все эти штуки уже стоят там, где надо. И можно выставлять... Опять же, знаешь, зачем? Бетончик. Ага. Немножко подэкономить. Вот. Оп. Ирис и Ирис. Хоп. Все, теперь можно посередине строить палку на статике. Так. Неизвестно, как это будет работать все, конечно. Как-то должно же работать. Значит, будет. Мне вот еще теперь это все ловить надо. Ага. Потому что... В смысле... А вообще можно и из матового силикона типа делать, потом разукрасим, если что. Можно и так. Силикон aged у нас есть. И тогда я, соответственно, пойду сейчас... Ла-л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 а. Uh...
Ну ладно, под силикон быстро делается, собственно. Ну и его будет больше делаться, чем бетона. Так что палка в любом случае будет силиконовая. Прекрасно. Ну и потом ее там разукрасим как-нибудь. Мне, собственно, надо границы просто сразу отметить, потому что я потом забуду. В смысле границы? Границы центра отмечай. Если я что-то в чем-то понимаю, то, соответственно, у нас... Это я понял. Нет, не те границы, границы площадки. А, так, вот где-то так. То есть у нас получается тогда 1, 2, 3. Вот. Вот, гляди, кубик. Это уже на большой коре он. То есть он получается на 3 вокселя от вертикального бустера вперед. В сторону центра. Момент. По-моему... Так, чё, какой, куда? Сейчас. Кубик. Смотри, то есть... Это ты... А, это ты эту колонну уже центральную самую. Угу. Хочешь придумать. Значит, Гриша из силикона. Я-я. А чё, какого у нас там силикона дофига? Aged... силикон... Никакого. А, он в этом, просто в этом контейнере, который ларжовый. Ну да, да. Aged. А его там 6 десятых кубометров. Нет, 153 куба еще есть. Но здесь матовый только. Как бы, да, с коньяком. А, ну да. Я туда сейчас... Да, давай тогда... Блин, я даже не знаю. Да, давай я туда, наверное, перелинкую сейчас. Ну, надо, наверное, хоником бы, как бы, да, тут туда, ну, вообще строить. То есть нам нужен контейнер, в котором будет только вот эта хрень вся валяться. Ну, так вот он стоит, вот же он стоит. Да, я заметил, что он там переставленный уже. Силикон aged, пожалуйста. Вот. О, 152 куба. Угу. Так, а я тогда сейчас сюда перелинкуюсь. Слетаю за... А, прям вот так близко, да? Ну, где-то... Да, а чё?
Моя фиг знает. Не, ну я думаю, что взрывы у нас тут, конечно, будут. Нет, ну типа они же на достаточно большой высоте держат. Ну, единственное, что вот эти под 45, они же чуть дальше получится будут. Но... Пофиг. Зато можно организовать кафе. Угу. Внутри. Силикон aged. Все, силикон за эйджен. Прекрасно. Так, пам-пам. Вот, то есть эта штука идет до упора, до пола, соответственно. Ну я, да, собственно, это понял. И кору, кору эту самую, кстати, которая ларжовая, можно внутри нее, собственно, держать. Вот. А если что, соответственно, у лифта, если там, допустим, нам понадобится, допустим, больше поднимать, или мы посмотрим вообще, какой у него будет вертикальный этот самый лифт. У лифта, это я хорошо сказал. Вот. Mm-hmm. То мы сможем просто еще, типа, грубо говоря, надстроить еще один этаж на два бустера. Да? И его тоже туда прикрячить. И будет у нас в два раза больше подъемной силы. Так, теперь мне нужно. Все, типа, лишнее можно отрезать, я думаю. Лишнее чего? Ну, кубик-то готовый, можно лишние выпирающие части отрезать. А, да-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 да. Зачем? Ой. А, ну да, перелинковался я, молодец, конечно, да. Возьму-ка я себе чутка силикона туда в другой контейнер, вот что. Потому что у меня там же запчасти же. А, ну вот это да, вот как бы есть такой не очень, конечно, приятный момент, что в одном месте запчасти, в другом месте. Угу. Комбо. О, микрофон в наушниках у Юрки накрылся. Печаль. Упс. Это он просто обиделся на то, что ты BM800 купил. А так слушай, а может тогда проблема-то не в микрофоне? А может, кстати... Хотя нет, скорее всего же, подключен-то не туда. В разные места. Uh-huh. Не, просто может быть, если вдруг в китайском микрофоне где-то была замкнута цепь, то вполне себе мог и джек немножечко замкнуться. Ну и, собственно, вернуть все остальное. Так. Хорошо, вопрос относительный. Мне нужно что-то под... Мне чуть проще, я могу использовать два микрофона одновременно. Мне нужно 45 градусей. Где бы это сделать-то? Но не использую. Потому что как бы для микрофона вход у меня свободный. В смысле, с наушников. А, ну, то есть микрофон отдельно и наушники отдельно джеком. Да, в принципе, вполне. Ты что делаешь? Я... Это что это? Это временная палка. Вот мой. У меня-то просто как бы гарнитура, она USB-шная, собственно, да, ну, как бы на микрофон отдельно джек.
Но надо не забывать, что у нас же есть еще линейный вход, его тоже, в принципе, можно заюзать под микрофон при желании. Но, конечно, он под это не совсем рассчитан. У меня линейный вход юзается под немножко другое. А динамическую корму куда, кстати, будем прятать? А мы его где-нибудь поставим. На пост управления лифтом? Ага. Дим говорит, что больше похоже на камеру крематория. Ну, мы стараемся. Ага. Так, теперь вот эти надо, эти вертикалки, да, их надо теперь выставить по вертикали одинаково. А они одинаково стоят, вот две. Две. Точно. Вот которые лево, которые, где я поставил уже эту угловую, где я висю, да? Да, вот эти две, они ближайшие, как бы, да, они в одном стоят, а те ниже стоят, Ага, соответственно. подвинь их, наверное, тогда. Надо же переключиться в ту. Ага. А, ну вот это, кстати, частая проблема, когда входы дублируются. Там не то, чтобы что-то прям летает. Они, ну, раньше, по крайней мере, была такая проблема, типа ты начинаешь перевтыкать, да, там, то в переднюю панель, то в заднюю, и они начинают глючить. Так. Я сейчас не совсем понимаю. Или совсем... Нет, совсем понимаю, слушаю прекрасно. Я прям молодец. Ну или почти молодец. Вот сейчас ровно. Low altitude lift 30G. Ну, прекрасно. Это же лифт, он же космический, он должен быть скоростной. Нет, скоростным его делать нельзя как раз, между прочим. Сгорит. А, нет, тут, собственно, ты подвинул эти, да? Да, все, они ага. все в одной плоскости. А суть заключается в чем? Что когда ты будешь на нем ехать, воксели будут, соответственно, подгружаться. Вот. И... Я сегодня, когда... Или вчера... А, вчера я заходил, я такой, типа, в режим строительства зашел. А в строительстве же они заново, да, там прогружаются в воксели. Ну, как правило, сначала не все отображаются а, корректно. Привет, Хьюстон. Станцию... Все, блин, сгорел в стратосфере. Станцию, в смысле станцию, где-нибудь в Кукуево, типа, на космическом ядре. Вообще план такой есть. Мы еще до него пока лифт не сделали. Но это пока очень далекий план. Вот, так. Собственно, я зашел такой, смотрю, у меня просто... Где у нас смелтеры, да? Там просто такая куча непонятная серого вот этого вот силикона. Да, обязательно собираемся, причем, скорее всего, не одну. У нас как бы идея состоит в том, чтобы навешать варп-маяки по системе. Я, правда, не знаю, как они будут себя вести в PvP-зоне, если их кто-нибудь найдет. Тут а, надо ты про это? Разбираться. Космический лифт. Мы для начала построим его километров на 5. Вот. Хотя бы, чтобы, знаешь, чтобы можно было посадить корабль без атмосферных движков на него. А уже потом с развитием как бы динамики, с развитием, прошу прощения, организационных кор, будем, может, и до 10 тысяч доведем там или куда-нибудь. Чтобы было красиво.
Подожди, что-то меня терзают какие-то смутные сомнения. Или они меня зря терзают? По поводу, да? А по поводу центровки движков. Да я вроде их правильно ставил. Что-то такое ощущение, что нет, они совсем по центру некоторые стоят. Так, а что ты красным ты мигаешь, падла? Я вроде ровно их выставлял. В смысле, по горизонтали ты имеешь в виду? Я их ровно выставлял на палку. Не, сейчас может это, может казаться, потому что... Ой. Ага. Я же как бы чуть-чуть перестроил, да, там, я же не относительно... Ага. Вроде ну, вот то есть... Вот решеточку-то делал относительно центра ядра, и, короче, непонятно. Короче, вот у нас получается, где вокруг... Да нормально я все считал, Юр, что ты гонишь? Я вообще счетовод, математик, тот еще. Хотя, если вспоминать симметрию, когда мы строили утюг... Где? Нормальная симметрия. Ночью с одной стороны 5, с другой стороны 7, симметрично же. Ой, Дима, вот это вот хороший вопрос. Мы будем... Сколько, говорит, народу разобьется об наш лифт? Интересно. Слушай, а нет, походу... Либо кубик неровный, либо я не знаю. Ну, вот это вот центральное. Так я же выставлял все вот ровно по центральной палке. Не знаю. Просто я вот перекрестие сейчас сделал, и мне типа они как-то не совсем ровно стоят. Я тебе даже сказал, очень неровно. 46 же. То есть это скорее кубик неровный. Да погоди. Как так-то? Мы же все ровно делали. Ну вот как-то так. Это у тебя перекрестие неровное. Блин, стоп. Ага. Вот относительно него надо как-то... Вот эти два движка, они вроде как ровно стоят, а вот те два нет. Ну, тут. А, нет. Секундочку. Ща. Что-то ага. Сейчас. Но что-то все равно какая-то фигня получается. Нет. Потому что, типа... В смысле? Не, ну вот палка от ядра, от коры, да, вот она, вот у нее перекрестие. То есть, да я понимаю, просто. То есть вот этот движок сейчас надо подвинуть сюда. Вот сюда. Вот теперь вот этот по центру. Ага. Есть другая проблема. Этот по центру тоже. Но расстояние между ними. Какое расстояние? Ты о чем сейчас? Сейчас. А что я почему не могу? Что мне же там ничего не мешает? Вот этот по центру. Короче, расстояние между вот этими движками, оно разное. И вот это по центру. Они все по центру, в смысле расстояние разное. Но вот между вот этими крайними движками, да, между ними разное расстояние почему-то. Ты хочешь сказать, что мы накосячили с размером кубика? Ну, где-то есть косяк, да. То есть что-то нужно подвинуть куда-то типа назад. Сейчас, подожди, мы сейчас сделаем по-другому. Я... А, подожди, вот этот...
Вот этот центр, он откуда у нас идет вообще, от чего? Ну, вот это центральная колонна, которая сейчас... От центра динамического ядра. Она к динамику, да, привязана? Ага. Да, вот проблема, конечно. Я сейчас поставлю. То же самое начать строить по координатам. Блин, ну я не умею в координаты. В чем проблема? Ага. Чего? Ну, вот проблема в том, что у нас оба кубика получаются неровные. Да твою же ж мать. Относительно центра этого гребаного ядра. Ну, то есть мы когда мы квадратик сдвигали, мы его немножко не так... Или, собственно, изначально квадратик был не это. В режиме... Ну, да, видимо, изначально квадратик... В режиме 9 наведи на движок... А. 0 минус 32, 36,5. Вот, то есть в плане между теми движками, которые изначально ровно стояли, да, там 0... все. Че? 0,30. Все отлично. 0,30. А, погоди, то есть смотри, если у нас здесь минус 32,5, да, то, по идее, с другой стороны, должен быть 32,5, если я что-то в чем-то понимаю. Ну, да. Да? Наверное. Так, а здесь, да. Так, а здесь у нас, соответственно, минус 33,5 и 33,5. Ага, ага. Все, значит, минус 33,5, 33,5, тогда вот этот будет, сейчас его нужно тогда подвинуть на минус 33,5. Ну, вот я сейчас как бы переделал. Вот так вот. Вот. А этот на плюс 33,5. Во. Вот теперь они все относительно друг друга, сука, ровные. О. Ну, собственно, квадратик у нас вот такой должен быть. По верхней сейчас. Потому что... Вот все, у нас теперь все движки, вот эти, которые вертикально стоят, они все... По 33,5. То есть относительно них можешь привязываться. Ну, так они все должны быть нормально, потому что как бы это... Я вот относительно вот этого движка типа взял, да, сторону. И все, и весь квадратик уже поверху переделал. То есть ага. Должно быть одинаково везде все сделано. Ну, и отлично. Блин, надо было что-то делать из одного материала, что-то из другого. Ну, вообще, да, удобненько. А то мы все на глазок. Рулетку возьми! Не, ну там же, типа, да, вот эти координаты, они же показываются. Ну да. Дима, а вот эти нижние X, Y, Z, которые 4, 4, 4, это что? Это типа кто? Это, видимо, выделение. А, вот это тоже надо, значит. О, вот эти я сейчас тоже поправлю.
39-51 у них должно быть. 39-51 и... Во. Все, нижние движки тоже отцентрованы. Так. Теперь... Ну, собственно, куб внутренний-то зашивай, наверное. Прям зашивать? Ну да. Я думал, может, его еще повыше поставить. Не, ну так повыше. Повыше его. Нет, ну сверху дырку оставь, конечно же. Дырка-то будет, да. Я просто что, еще рамку сейчас добавлю. Вот. А, не, ну рамки тебе еще до космоса строить. Типа, опа, и идет. Так, а стираться-то будем, алё? Она точно к ядру? Хотя да, она точно к ядру привязана, потому что я к ней не мог прицепиться. Угу. Ну, до космоса, не до космоса, как минимум до конца этого ядра, которое уже есть. А, ну это да. И там сверху нужно будет поставить еще одно ядро. Потому что как бы силикон тоже у нас не бесконечный пока. А так мы хотя бы что-то частично сделаем. Ага. Ну, у меня еще 200 кубов, если что. Так. Он Юрка говорит, опять ты центра поменял. Все, я правильно поставил теперь. Ой. А я вот что-то думаю, что у нас завтра понедельник, может опять рулить будешь? Нет, рулить я не буду, потому что мультиплеер еще не подогнали. А, опять обновы. Там обновления все. Да. Ну и как бы там особо нечего показывать. Обзоры там уже понаснимали еще до выхода, собственно, в официальный релиз, да, там в открытой бете народ поюзал. Все обновочки в грузовичках, собственно, идти и что-то смотреть. Собственно, там нечего особо. Угу. Говоря, вот. Поэтому я завтра. Так, это типа все? Типа все? Рулить, но не КамАЗом. А? А, нет. Нет, я имею в виду. Не понял, а как это ты так? А! Ну да, я смотрел на конец динамики. Вот. Наверное, в ковбоев пойти и погриндить там немножко. А может даже все-таки до осла доехать. Я не знаю, есть ли в этом смысл. Да, я думаю, что если пойдешь в ковбоев, я не знаю, я заверну или нет, мне вообще поработать типа надо. А, но надо гриндить железную дорогу, в принципе. Да. А, ну все, у меня как бы предел здесь, типа еще можно достроить, но я практически все. Ну дострой вот до самого верха. Собственно. Вот. Угу. Самый верх. Окей. Ла-л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 а. Так, если я что-то в чем-то понимаю. А, ну и да. Там же в планах всякие постройки-перестройки.
Да, я там, кстати, заходил, немножечко железо еще с камнем понадобывал. Ну, в одного я в шахту пока что-то как-то не хочу ходить, хотя... Да А, не. нет, там золото надо. А! Там можно сделать саблю, но ей Да блин! Надо золото. Че? Че? Упал. Я Блин. Не увидел. Блин. Сделай сверху площадочку какую-нибудь временную. А, ты на самый верх. Ага. Ну, я кору там выставлял и ходил по этим. Ходил А по. ты вот. А ты какую хочешь там поставить? Ларжовую, конечно же. Ларжовую? Не, А, ну да, высота, там вся Ага. фигня. Ну, я думаю, встать хватит. Так я ж бегаю вокруг, типа ее двигаю. Хотя это не суть важно, чтобы ее центровать, не центровать, то потому что. Ну тут как бы очень. Да, попасть-то так, чтобы она прям ларжовая. Я, короче, сейчас смотри, я вот. Да А, это. ты меня не увидишь. Да это не важно на самом деле. Ее главное, чтобы она. Ну, достаточно важно, потому что если вдруг мы будем строить небоскребы. Хотя нет, я тебя вижу, значит, ты меня тоже должен видеть. Я стою прям на углу. Собственно. Предыдущей большой коры. Так, и как мне теперь ее Поставить? Ага. А вот это, кстати, хороший вопрос, потому что с этим почему-то периодически возникают проблемы. Не, ну она высоко слишком, я до нее дотянуться не могу. В смысле, она у меня красная. Понимаешь, да? Да, я понимаю. У меня с каким-то ядром такая проблема была уже. Но, по-моему, с динамическим у меня была проблема. Она мне, типа, не хотела вставать почему-то. То еще удовольствие. Так, знаешь, к чё? Иди возьми табуретку и подлети ко мне. Блин, я не умею ей пользоваться. Пробел вверх, влево, вправо. Типа от наклона зависит, в какую сторону она летит. А. Ну и... Ой, мать моя женщина. А можно так высоко не взлетать? Пошел. Летающая табуретка. Ой, ты Она куда? может зависать вообще на одном месте, нет? Да. Контроль. Пролетел как это, как зеленый гоблин. Цып-цып-цып-цыпа. Так. Ну, тормозишь. Нет, она почему-то поднимается и все. Так С опускаться, по-моему. Так, да. Нет, понимаешь, я типа на Ctrl нажал, а она продолжает подниматься такая. И опускаться сейчас тоже она продолжает. Какого-то фига. Да мне нужно на секундочку мимо того ядра пролететь просто и кнопку нажать.
Ближе. Да я боюсь, что я опять пролечу. Все, поехали вверх. Да вверх, а не в бок. Я понимаю, что вверх. Но оно еще и такое, прям это. Ой, ой. Ты на ней вообще летаешь. С трудом. Это низ. Это не верх. Ты меня сбросил. Я понимаю, да. Потому что оно еще и залагало. Прекрасно. Как вообще этим самым пользоваться? А еще теперь придется с нее слезать, да, и переворачивать. Ну, наверное, да. Я не буду слезать. Control Backspace слезать, если что. Переверни ее вместе со мной. Я понимаю. Я так, в принципе, вылез. Ну, давай. Блин, это забавно. Ой. А, ну отлично. Я надеюсь, ты не провалился под землю? Нет. Да какого фига? Ты на нее запрыгиваешь, и она, короче, начинает переворачиваться. А, ну потому что, конечно, я же центр тяжести-то сбиваю, блин. Черт. Так, значит так, концепция меняется. Бери, значит, ларжовую кору из ящика. Так. Слушай, почему нельзя было на каком-нибудь другом самолете это просто сделать? Это мне как бы оттуда взять кору, это мне сейчас надо туда добежать, во-первых. Во-вторых, перелинковаться отовсюду. Зачем? Нет. А еще потом эту ларжовую кору надо выставить нормально. Ну да. А в смысле, зачем? Ну переложить ее надо. Ага. Как минимум. Жалко, что вот не видно. А нет, не получится. В смысле? А, ты не можешь ставить коры? Конечно. Еще не доизучалось. Окей. Не очень устойчивая эта табуретка. Нормальные у нас рюмки, дамочка. Ты наугад будешь ставить? Да я даже не знаю. Вот. Это вот тут проблема на самом деле. Да, конечно, его устойчивость оставляет желать лучшего. Um.
Я площадку сделал, можно сесть. Что-то она у меня как-то... Воу-воу-воу-воу. Так, вот это она ровно поверху, вот это она, допустим. Все, попробую построить в ней. Ну а как я же в ней построю-то мне? Я же А, до нее не дотянусь. ну да. При всем желании. Сейчас. Эта буретка плюхнулась, понятно. Так, вот теперь как-то надо реально эту кору как-то... да. Значит, так. А как раз что дальше будет? Ну, что дальше? Дальше понятное дело, что будет. Значит так. Просто надо что-то более устойчивое, чтобы подлетать к. Значит, так, сейчас становишься со мной на эту штуку, да? Подлетаем к ядру, там на ядро спрыгиваешь, нажимаешь Б. И типа, да. Только ты А, становись вот как-нибудь ближе. так, чтобы прямо во мне. Ближе к центру, я понял. Дикая вещь. Ну, вот вроде как, да. Мне как-то так надо. О. А, отлично, еще вот осталось зависнуть. Ну, по идее, должен достать отсюда. Думаешь? Достал. А, отлично. Тогда табуретка А, ой, уходит. нифига себе, насколько ты его, конечно, сдвинул. И оно ниже, чем надо. Намного. Я там чуть-чуть, типа, я чуть-чуть оверлэп делал. На 4 блока. Не надо его делать. Нафиг. Вот вообще не надо, потому что это мешает. Да? То есть ты хочешь, чтобы я ее убрал сейчас? А, блин, его сейчас Или нормально? убрать тоже проблема. Но, типа, желательно его, конечно, так не делать. Лучше втык.
И оно у нас опять же поехало и вперед, и в бок. Так главное, чтобы по вертикали, вперед и в бок, это пофигу. Ну, по вертикали. Я понимаю, что оно, конечно, большое, но просто если что-то еще будет большое строиться, то потом как бы будет очень неудобно в это попадать. Так, типа там что-то там есть. Но... Просто тут сейчас будет очень неудобно в этом плане. В Из-за смысле. перекрытия, из-за этого. Ну, вот сейчас пока есть четкое разделение. А потом будет очень неудобно, потому что ты, конечно, не будешь особо видеть. То есть, как бы Да. за верхнюю палку ты будешь туда цепляться, а вот за эту ты типа будешь в нижнее ядро цепляться, а потом Ну, между ядрами поймать этот можно ставить момент. типа линии, где новое ядро начинается. Да. Понятно, потому что я вот сегодня с заправкой точно так же мучился, и там они стыкуются не очень хорошо между собой, но это так. Не особо заметно. Вот если потом вот этим раскрашенным полом, ну, силиконом делать с узором, он будет, короче, тоже очень странно стыковаться, я так понимаю. Ну, короче, вот начало этого нового ядра. Нет. Да, считай, что у тебя нету этих, считай, что у тебя нету этих нижних четырех клеток. Вот это отсюда, типа, будет тебе то, за что цепляться ну, за верхнее ядро. Вот. Так, пойду-ка я посмотрю, что там у нас происходит собственно, с ядрами-то. Ядра чистый изумруд. Немного странноватое вот в этом плане решение на самом деле. Ой, блин. Куда идти? Типа, можно же было сделать какой-то там, типа, вид от третьего лица, да, такой. Чего тебе не хватает? Чтобы ты мог спокойно статическое ядро большое, да, собственно, динамическое построить, потому что, ну, это иначе вообще очень неудобно. Uncommon компонентов. Хоп. На что жалуетесь? На basic инжекторы. Понимаю. Как обычно, чего-нибудь да не хватает. Так, а почему у нас не производится basic инжекторы, а что за фигня? А они вообще производились? А, ну да. Может быть, они заменены на что-то другое. Да нет. Так, магнитики. Забываю, где чего. Бернеры. Гидравлики. В чем делаются инжекторы-то? Электроника. Пауэр-система. Ну, в электронике, по-моему, вообще какой-то. Процессоры. В какой-то из. Коннекторы. Компоненты. Блин. Кто делает инжекторы?
3D принтеры делают инжекторы. Ну, я так скажу, что не хватит закрыть эту руку силикона. Ага. Даже чуть-чуть. Винтики у тебя кончились. Винтики кончились, тебе сладенький. Так это ж не вопрос абсолютно. На тебе винтиков, мой хороший. Аджастеры. Тоже инжекторов не хватает, да? Окей. Ладно, там все дальше, короче, пошло делаться. А я думал, ты сначала построишь эту башню дальше до конца. Не, ну конечно, можно там еще. А, нет, не можно. Чего не можно? Да тут как бы пока до конца одного ядра вполне себе. Силикона 10 кубов осталось. Да твою ж налево, сейчас сделаю. Ну, он такой, да. Быстро кончился. С такими-то объемами. Там еще надо будет потом придумывать площадку как-то под этот лифт. О, да. А силикон-то, кстати, ой. Тоже кончился. Ну, не то чтобы совсем. Но он же там в переработку куда-то идет. Ну, он в силумин идет, конечно. 50 килолитров осталось. Силикон мат. Эй, что в смысле, да, мы же делаем? Да. А мат-то у нас есть. С этим-то проблема. А, ну да, я же его делал, а потом перелинковался, и он прекратил делаться. Прикинь, да? Ну что, логично. В общем-то, да. То есть сейчас тебе 100 кубов подоспеет. Вот так. 115 даже, я бы сказал. И дальше будет, соответственно, 115-ца. Ой, я не к тому подцепился, ну ладно. Ажники, высотники, да. Ой, стрим упал. Ой, поднялся. Ой, что происходит? Ой, упал, ой, поднялся. Так, ну палку можно отрезать, наверное.
Ну да, теперь-то отсюда можно уж подцепляться. Сейчас я дальше ее сотру, строй дальше. Окей. Пойду большой кусок. Копирую какой-нибудь. Ой, the selection area is too large. Вай. Так. Ага, значит, высота второй коры у нас будет 310 метров, грубо говоря. То есть, если... Ну, такая себе высота. Ну, так, лиха беда начала. 310, а начинается она у нас... Сто восемьдесят. То есть это что, 130 метров у нас одна кора получается высотой? Ну, примерно. Строить и строить. Ну вот если не строить внахлёст, то мы будем выигрывать еще чуть-чуть. Потому что это, считай, метр. Лишний там. Лишний метр. Да, грубо говоря, метр. Ну, знаешь, как бы... С одной-то метр, а сколько будет? 10 старушек уже рубль, да. Тут ты... Ну смотри, то есть 20 кор это фактически 2 километра. 50 кор это 5 километров. Дофига. А, подожди, я скажу. Очень дофига. Да, 130. Ну да. Ой, качать мне эту организационную эту фигню не перекачать. Походу ядро будет мешать. Как бы тоже, конечно, интересный момент, что типа ты вот клеймишь территорию, да, еще и за деньги даже местами клеймишь. А строить ты все равно можешь только, ну, статичный объект в пределах какого-то там ядра. Угу. Я понимаю, конечно, высоту стоит ограничивать. Ну, хотя все равно тут высота-то у территории ограниченная. Ну, блин, неужели нельзя было придумать что-то более удобное? Так, по тридцатке. По тридцатке силикон, да? Переработанный. Дорого. 3 ляма типа на 100 тысяч юнитов. Проще накопать. Так, тем временем, что я там силикон тебе штампую пока мест. Ля-ля-ля-ля-ля. Ну, серединку я прошел.
Здесь будет, соответственно, рамка лифта. Рамку лифта тык. Я сказал тык. Вот так. Ага. И внутреннюю рамку теперь можно убрать. Ну, типа, все. Ну, все. Кор пока больше нету. Сейчас я вот эту что вот уберу отсюда. А там немножечко. Ты эту кору, наверное, сдвинь, я не знаю, вниз или. Да я вовнутрь ее просто пока сдвинул. Ага. Так. Ага. 46 G. Нормальный ход событий. Может, нам даже и не придется еще ставить аджаз этих самых. То есть будет место для расширения. Так. Лифт. Почти упал. Лифт. Где наш кора динамическая? Вот это, да? Да. Пока я ее не застроил. Ага. Так, а вот куда у нас стрелочка должна на коре показывать, интересно мне. А, и есть разница? Ну, да, я не знаю, вверх, может. Надо будет как... Это надо будет как-то... Подожди, или впереди. У нас как бы... Что-то у меня сейчас мозг немножко поломался. Где у нас вперед? У нас переда-то нету у этой штуки как бы. Как бы да. Как бы ей все равно. Так, что там у меня силикон, да, крафтить? Она может только вверх и вниз. Последний батч крафтится. Сейчас будет у тебя 900, почти 1000 будет кубов у тебя этого. Ага. Так, сейчас он докрафтится, я тогда пойду перелинкуюсь. С учетом того, как я строю, 1000 кубов не будет. Не успеет. Где-то на высоте 1,5 километра. Господи, а что это? А, у меня воксели не прогрузились. Вот, кстати, о чем я говорил, что когда лифт едет, почему нельзя скорость? Потому что воксели не догружаются. И загружаются... Подожди, ты сейчас в билд-моде это делал. Да, ну, я просто вспомнил, о чем я говорил. В билд-моде они по-другому подгружаются. Вот, и они, ну, так вот, и они подгружаются. Вот, помнишь, мы видели, когда, знаешь, летишь, там вот это... ну, такой, типа, спайк, вот это самое, шип вырастает из планеты, да? Ну, да. Вот, вот то же самое может произойти с вокселями на стенке, если ехать слишком быстро. Пимаищ. И, соответственно, тогда как бы лифт наткнется на стенку. Вот у нас ставили щербинские лифты, и мы все время их называли ущербинскими, потому что они очень медленно ездят. Видимо, так же придется. Я посмотрю. Вроде народ ездит где-то со скоростью до 300-400. Ну, как, собственно, ховер летает.
Ну, чтобы Но успел. есть дурацкий момент, слушай, ну я не знаю, как с вертикалками, у меня вот такая беда с ховерами есть, что в лобстере я когда сажусь, его может очень резко подкинуть вверх, Привет, ну, Грот метров на 100. Грит. Привет. Ну, в смысле, да, получается. Строим его, видишь? Это надолго. Да это очень надолго. Ну да, это такой один из, собственно, больших проектов. Следующий большой проект это будет корабль, который мы будем строить там на верхушке. У нас есть еще один незавершенный большой проект. Так-то. В смысле? Ну, собственно, Сам вот этот райончик наш. само производство, как бы там еще же не до конца все оформлено со складами и всей прочей фигней. Ну да. Так. Ну вот, соответственно, у нас. Так, из чего будем строить, собственно, лифт? А не пофиг ли с таким, собственно, запасом мощности? Нет, ну я имею в виду с точки зрения красивостей. Ну, не из урана точно. Его еще найти. Ну, чисто Контейнер. вот как бы Контейнер large. красивого. Ну вот. Я сегодня заправку полностью внутри зашивал пластиком. Ну там за исключением дверной рамки, да, дверную рамку я просто поменял на дерево. Так. Красоты ради. Плюс, тут опять же, можно, да, там где-то там решеточки поставить, сделать решеткой, допустим, под этим, под контейнерами. Дим, если его построить из золота, то как бы это... То будет очень дорого на нем подниматься наверх. Ну не из золота, то есть, собственно, из довольно простых надо, хотя, что простых, он не такой огромный. Ну, да, нам фактически площадка нужна, плюс немножко стеночек. Ну да, ну, собственно, да, там чуть-чуть там, я не знаю, алюминий железа какого-нибудь, да, там, который какие-то силовые конструкции сделают, собственно, и пластик, силикон, вот все, больше ничего не надо. Тем более пластика у нас там всякого разного, целая куча. Правда, помаленьку, но куча. Такая прям приличная, кстати говоря, куча-то. Так, а вот как мне теперь выставить контейнер это симметрично? Так же. Сюка, не выстраивается. Ладно, окей. Самое веселое будет, если кто-нибудь при посадке врежется в этот столб или при полете. Хотя, в принципе, их достаточно издалека видно. Там я видел конструкции, они, наверное, поменьше они, конечно, были. Ну, же потоньше, да. Тем не менее. Ну и, наверное, надо будет какие-то двери придумать. В смысле двери? Ну или что-то. Как внутрь А, этой фигни попадать. так я Но это, я думал, думаю, снизу надо будет просто сделать проход, да и все. что-то типа, в смысле снизу, сбоку, я думал эти, как их, бордюрчики. Бордюрчики. Если я падаю, то вид издалека не спасает. Здорово, Хрономир. Видишь? Ну сюда, если падать, то, конечно, ничего не спасет. Ага. А, кстати, по поводу падать, я сейчас покажу, сейчас это самое, сейчас покажу. Я же когда с Иона возвращался, меня чуть не застрелили нафиг. Ну, вообще как бы застрелили. Ага. Фактически. Ну, фактически, да.
Сейчас, где этот? Де-факто персонаж был убит. Де-факто персонаж был, да, убит. И, собственно, вот. Вот, соответственно, что осталось от корабля? Просто немножечко как-то вот. Все воксели погрызли. Как-то чуть-чуть не достреляли, Ага. То поэтому есть, вот что осталось, удалось. соответственно, от кабины. Фу. Да. Отгрызли знатно. В общем, короче, ракета мне попала прямо под зад. То есть, вот это, когда, видимо, вынесло кусок Причем такое кабины. ощущение, что она как-то, знаешь, снизу сзади Ну да, залетела. да, они снизу сзади, видимо, атаковали. Вот. И, соответственно, я сдох, но повезло, что Кора и Реснода, они сверху, и до них типа не достали. Я Вы же быстро. научены опытом. Мы же знаем, где в первую очередь все это разламывается. Я быстренько, соответственно, починил. То есть он был весь раздолбан. Там было типа что-то элемент integrity, что-то 10%, что ли, да, там пара тормозов спереди осталось, и все. Вот все крылья, все движки, вот это все сзади было вынесено вообще в ноль. Ну, я один движочек починил, доразогнался до 30 тысяч, и, собственно, либо меня пожалели, либо просто не догнали, либо что, в общем, успел свалить. Вот. Это было страшно и ужасно. Ну, у меня такое ощущение, знаете, что они думали, типа, убили, все, и как бы, типа, ресноды-то нету, наверное, на корабле, и все, и Не, ну. корабль пропал, и типа, пофиг, а корабль взял и улетел. Ну да, может, они начали подтормаживать там, знаешь, чтобы подлететь быстренько, починить и захапать. А кораблик такой, бабай. Может и так, может и так. Так. И какой-то там типа фрегат разящий, знаешь, страйкер. Ну да, собственно, фрегат разящий есть, типа. Я такой лечу, разогнался где-то уже тысяч до 22, до 23. Такой, ну нормально, кажись, это самое, пронесло. Все, сейчас уже чуть-чуть осталось. А поскольку корабль-то груженный, естественно, он разгоняется не слишком быстро. И тут такое, типа, вас выцеливает фрегат разящий. Причем он пытался навестись на цель 3 или 4 раза подряд. То есть вас выцеливают, вас выцеливают, вас выцеливают. И потом в Ну, конце то есть он концов. терял все-таки. Да, и потом в конце концов вас атакуют. И так, бдыщ, движок один погас. Сначала атмосферники почему-то вынесли и крылья. Потом бдыщ, вторые атмосферники с другой стороны. А потом бдыщ и, собственно, уже все. Ага. А вот теперь уже 8G. Сразу, как только контейнеры поставил. Ну, правда, нифига ж не было. Ну, Сейчас, ну ну да. еще Ну тут. пол, там вся фигня. Угу. Так, а ты где вообще? А, вот ты Вот где. я внизу, Ага. потому что я до конца этой коры как бы стены закрыл, потому что А, понял такое тебя. тоже занятие. Понял тебя. Да и, собственно, даже если тестировать, больше этой высоты и особо-то и не надо. Чуть-чуть подняться и опуститься. Ну да, там Где еще я баки? ой, поправь, баки. Я там небольшой кирпичный заводик, собственно, да. Если бы можно было. А в смысле поправить? Ну, он как не по центру там встал. Если бы можно было это. То есть я скажу так, отложил кучку вокселей. Но на ремонт не Так он там особо хватило. по центру-то и не встанет. Относительно. А ты их все решил, да, не по центру поставить? А, ну, так я тебе их как бы выдаю, а ты это.
У тебя еще и контейнеры по-разному стоят. Я их вроде одинаково выставил. А вот нифига. Один вот стоит не вверх этими рингами. Ты имеешь в виду это? Окей. Так, и... Он как-то вообще на бок. На боку лежит, короче. Почему? Ага. 6G. Так, теперь в это... Сколько в большой бак вмещается горючки? А в смысле? Он... А типа другой стороной нет? 12 тысяч в каждой, мама. Так, окей. А он меня не ставит с той стороной, которой надо. Ха-ха-ха. Вай. Маленький летающий кирпичный заводик. Ну. Declare linked, жеж. Чуть сейчас дверь сама по себе открылась. Кто-то заходил. Нет, он издевается. Он поворачивается не так, как надо. Ну, допустим... Алло, заправляться будем? Блин, да что тормоза-то сегодня такие? Прекрасно. Я его еще не могу так поставить, потому что, наверное, бак мешает. Да ты серьезно, ну. Бак продолжает мешать. А, блин, баки. Надо же было Диме позвать, чтобы он баки поставил. Ну, вот все теперь. Ну, ради теста подойдет. Так. Четыре же. Все уменьшается и уменьшается. Это еще баки не полные. Сейчас приду. Еще контейнеры пустые. Так. Чё, прошу? Пардон? Отходил же? Чё говоришь? Я говорю, это ещё контейнеры пустые. О, да.
Вот это вот самое Не, ну, не, ну, самое. то есть, соответственно, в любом случае нужно будет остальные бустеры доставлять, конечно же. А, ну да, я молодец, я залинкован не туда, я залинкован в горючку. Медленно перелинковывается еще сегодня почему-то очень. Слушай, а снизу она так себе смотрится, не так уж и высоко, между прочим, совсем. Низу. Да, ага. Так, что там у нас? Кор. А, так и большая кор делается, блин, 7 часов. То есть это надолго развлечение. Ну, так тут, в принципе, развлечений надолго. Я бы сказал, на очень долго. Ау! Блин, пол в решеточку провалился. Куда провалился и зачем, главное. Ну, нижний-то пол, он как бы решетчатый. Так. А, теперь. А! У тебя какой хитрый. Лифт в полосочку. Так, мне нужны углы этого всего действа. Я так полагаю, что у нас, собственно. А ты прям квадратную площадку хочешь? Ну да. Так, а почему у нас не делаются остальные аджастеры? Опять что-то не хватает, что ли? Я же вроде инжектору заказал. Аджастеры, ку-ку. А так, это бустеры, что бустеру не хватает? Ничего. А. Ничего не хватает. Инжекторов не хватает по-прежнему. И аджастерам, видимо, тоже, да? Ага, инжекторов не хватает. Почему? А откуда они их берут? А ты точно все правильно ставил? В смысле? А в каком Ну, в плане? плане этих контейнеров там. Я не понял сейчас вопрос, что значит правильно. Ну, в плане там расстояния от центра, там вся фигня, вот это. Ну, как бы я их вот палочки, которые к контейнерам идут, они одинаковые во все стороны. Палочки, да, контейнеры что-то по-разному стоят.
Чуть-чуть не угадал. Ну, конечно, может, я ошибаюсь, но... Нет, там я, возможно, мог промахнуться на одну клеточку. Ну, вот, скорее всего, да. Тебе-то почему инжекторов... А, ну да, потому что их 25 сюда. Инжекторы Uncommon делаются медленно. И, наверное, потому что у тебя рамка по-разному заканчивается. Смысли? У тебя, короче, два движка под, рамка под ними. Здорово, Миш. Прям под ними заканчивается, А, да? А с другими двумя они типа не так заканчиваются, короче. кек, я понял тебя, да, рамка должна, Типа. это, сейчас поправлю здесь вот рамку. Ну, с рамкой-то мне как бы вообще фиолетово, на самом деле, она мне никакой роли не играет. Потому что. Что? Потому что да. Потому что мне сейчас другое. Я под контейнеры просто сейчас подкладываю Да я понял. кусочек. Ага. Так, здесь Вот рамка там. так, здесь рамка так. А, ну да, это я, конечно, молодец. Там чуть-чуть, вот буквально, да, действительно, наверное, один блок. Ага. Ну, или точнее, один воксель. Вот как бы да. Тюк. Да тюк же ж. Ага. Ну да, соответственно, вот эти вот контейнеры, видимо, их... Блин. А и чё, подожди. А чё я там, получается, тогда неправильно допоставил? Так вот надо сообразить сейчас, где именно передвинуть, что надо. Ну видишь, да, то есть тут лишнее получается это... Лишний кубик. Ну да, это я вижу. Что мы просто берем кусок. Ой, а вот это что такое-то? Надо стереть. Тут лишний треугольничек Это висит. зачем-то кусок. Вот, видимо, что-то угла давал Ага. куда-то. Здрасте. Он Затрик задумал космический лифт, который мы, собственно, пытаемся сейчас вот сделать. Как бы у нас начало. Блин, я даже теперь не знаю, это же не шахта, по сути. Ну, палка ли это значит палка лифта. Не, ну как бы типа шахта, но не шахта. То есть Так, теперь нам надо. ось его основная. А, все равно, слушай, как бы контейнеры двигать плюс-минус надо. Что-то как-то да. Теперь нам нужно обозначить уголки этой всей шляпы. Высокий палка. Ну да, собственно, направляющая, а вокруг этой направляющей будет платформа, которая будет, собственно, по ней подниматься. Есть такие же примеры, но они обычно не совсем так выглядят. Ну, у нас остался Тут у последний. нас очень большая направляющая, она прям. Вот эта вот вся колонна, которую не все видно на самом деле, потому что еще сетка мешает и ночью, да, и плюс она черная. Вдоль вот этой колонны оно будет подниматься там куда-то, пока ориентировочно километров на 5, но у нас построено на 300 там с чем-то, да, метров? Ага. Или 200. 166 она В общем, короче, еще А, она выше за центр. 50 ларжовых кор. Вот. Еще очень далеко еще строить. А 50 ларжовых кор по 6 часов. В общем, это да.
Это будет такое себе удовольствие. Ну. Растянутое. Не руками строить уже хорошо. Угу. Что-то внезапно у меня решило подсвернуться игра. Причем как-то очень интересно. Она, то есть, типа свернулась и обратно развернулась. Я не понял, что произошло. Так, это у тебя получается, контейнеры у тебя выставлены сейчас, правильно? Ну, вроде как, да. А, собственно, вот эти вот, которые большие ящики, это у нас контейнеры большие, это у нас баки на них стоят. Ну, там можно будет это все, наверное, переразместить иначе, даже если вдруг чего. Ну. Сейчас оно просто стоит как бы более-менее удобно, чтобы центр тяжести хотя бы относительно был в центре конструкции. А генераторов здесь пока никаких нету. Такой вот момент. Еще не подвезли. Генераторов в смысле лепездричества? Ну да. Чего нет, того нет. Когда-нибудь возможно, но тогда мы просто очень сильно... Хотя тут, по идее, электричества-то немного надо. На эту всю фигню, она все равно на топливе работает. Что касается всяческого производства, там будет, конечно, сложнее. Я надеюсь, у меня стрим там нормально идет, потому что это маленечко подвисает. Не надо было сворачиваться. Так, погоди. Что-то я, по-моему, зря так сделал. Поскольку за контейнером будет за контейнерами типа, будет еще ограждение же. То есть надо еще на пару блоков типа назад. А оно не влезет? В смысле? Прямо вот сюда. Ограждение. Ща. Как оно называется? Как оно называется-то? Блин, ограждение. Фенс. А еще раз, где он говорит, а еще хотите в Stellaris долго играть. Ну. А у Stellaris за это время, да, уже можно было пару-тройку планет спокойно. Так, Elements Decorative. Колонизировать. Минус в том, что мы опять начали попадать в ночь. И это прям минус. Ну, не во всем минус. Например, наша заправка выглядит ночью очень даже интересно. Barrier M. А значит, нужно excess фреймов, скрюс и сталь. Сейчас я это... Подожди. А excess фреймы у нас делаются из силумина. Там, возможно, надо будет даже, наверное, навсего один блок. Я не думаю, что они очень широкие. А сейчас я сделаю, он быстро делается. Сейчас я только сбегаю за всяким. Можно даже фонарик выключить. У нас тут даже немножко света есть. Ну. Блин, контейнеры сегодня что-то тормозят не по-детски. Ну, у меня вроде нормально сегодня все грузилось. Вот я сейчас стою в контейнере и жду, пока у меня там... А, ну слушай, когда заходишь внутрь, заправки, в принципе, светло. Только единственное, что что-то почему-то моргает. Свет. Ага. За стекло выходишь, и такое, типа, все темное становится. Окей. Сделайте мне фрейму. Значит, нужно еще литр стали и один винтик. У
Один. Угу. Чё? Угу. Один винтик. Оп. Да, конечно, вот так, если смотреть, у нас все черное. Все, барьер пошел делаться. Я сейчас его проверю. Ну, это уже чисто с точки зрения декорации, конечно же. А, так, по углам, значит, у нас будут аджастеры. На каждом углу влево-вправо. И на каждом углу вверх-вниз. Таким образом, у нас, в принципе, баланс во все стороны должен получиться. Так они сами не будут балансировать движки эти. За счет тяги. Ну, единственное, что вверх-вниз, как бы. Так, барьер готов. Он у нас вот. Я тут за контейнером корпус ищу. Да, я вижу. Ну, да, в принципе, хватает. За контейнер же все равно не ходить. Угу. То есть так оставим тогда, да? Ну и действительно. Да. Угу. Чем оно меньше, тем оно легче, собственно, лучше. Да-да. Так что я очень одобряю твою эту идею с этим, как его. С размерами? Не, с сетчатым полом под контейнер. Ну и его потом надо будет поменять, единственное, что на что-то другое. Ага, какой-то другой вообще материал, я не знаю. Аджастер ларжовый у нас вот такого размера. Ну там, наверное, в виде кубика что-то надо будет придумывать. А, ну тут как типа уголок, стенка уголком. Ну, просто в любом же случае они там сверху и снизу еще будут стоять аджастер, поэтому. Типа вот так. Вот только этот пониже, по-моему, слегка. Правильно я же понимаю? Да. Угу. То есть там вот его сверху придется ставить, потому что здесь он неэффективен. В смысле? Типа. Ну, он красненьким вообще подсвечивался. Не знаю, сейчас убрал, вроде не светится. А, не, ну еще один будет совсем снизу. Ну, да, просто. А, да, вот он сейчас красный. А почему? Ну, он в бок. Ну, потому что ему боковые эти мешают стенки. У него же не прямое направление, а под конусом, под расширяющим. А, то есть ты имеешь в виду его поставить, типа, вот здесь? Да. И мы просто этот кубик скопируем, и все. Ну, собственно, почему бы и нет? Сейчас я под него подложу. Ну, я уже. А, ну вот, все тогда. И все, и как бы. И по углам растащить. Ага. А здесь тоже типа решеточкой забрать или хер его знает. Ну, там придумаем. Сейчас пока как бы это не самое важное.
Ага, так, это у нас 3, 4, 4, 16 здесь получается, нам их нужно. Все, ну, там, это еще надолго тоже опять оно все делается. Вот. Ты сюда принес кубик? Нет, я сюда принес аджастер. И все, я пошел по последний ставлю угол. Все. Так, и что нам по поводу торки говорят? Торка есть. А почему Так тогда в чем ты смотришь? Она желтенькая? Может, у нас какие-то страшные тыщи во всякие разные углы. Да это, собственно, я думаю, разницы особо не будет играть, потому что ему деться все равно некуда. Ну так-то да. Все, ажастеры кончились. Собственно, вполне возможно, что снизу-то и не надо будет. Ну, фиг его знает. Поглядим потом, как это, как чего, куда. Ну, вот как бы и типа все на данный момент. А, теперь надо это все как-то, соответственно, декорировать. Вот эти стенки, которые... Так, здесь у нас, соответственно, будет... Что нам? А надо ли это сейчас сделать? Потому что все равно же еще вертикалки надо ставить. Угу. Не, ну, смотри, здесь надо, соответственно, клавиатуру и экран. О, внезапно. Один вертикальный движок почему-то красный. Как раз который под ядром. Ну, точнее, не под, а за ядром. А теперь не красный. У меня не красный. Так вот что-то да, непонятно. Черная стена. Пунк. Скрипт. Скриптик. Его же там еще настраивать потом надо будет. Лучше сейчас его, конечно, не включать. Я его загружу, но... Так, алло. Хром, грузись, пожалуйста. Спасибо. То у меня когда походу вылетал не только этот, не только дуалка, но и хром.
Слушай, а у нас есть гальванизированное черное железо, например. Его целых 106 кубов, и в принципе можно было бы на него поменять решетки сразу. Ну, я могу еще сделать, в принципе, так-то. Ну вот надо что-то такое. Не, в принципе, его хватит на решетки. Там больше и не надо. Там на самом деле кубов 20-30, может, уйдет. У меня не грузится, блин, хром. Что за А фиг? что-то знаешь, что-то как бы это. А, есть алюминий, вот, кстати. Ну, лучше железо, наверное. Опять дуалка очень сильно забивать начинает память. Раньше такой фигни не было. А если я типа его энтаскну и опять открою? А, рестор табзы, пожалуйста. Ой, сейчас оно у меня начнет все грузить, 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 грузить. Вот так. А, так, не надо мне здесь Gmail лишнее открывать. Спасибо. А, забавно. Короче, вот это железо, оно прям черное. А, который Black Galvanized. Которые, да. Так, а что? Ну, в принципе, почему бы и нет? Какой-то очень... Ёкарный баба, нифига себе скрипт. Да, это тут уже как-то... Ну... Страшно. И в итоге, что мы имеем? Сейчас я его Мы скрою. имеем все решетки черные. Так, клавиатура. А есть у нас серый железо, блин. Что будет? Так, что-то, по-моему, мне нужно. Ну, конечно, скрипт эррор, кто бы сомневался-то. Так, короче, скрипт нужно мне будет покурить побольше. Потому что что-то страшное тут происходит. А. Download and run автоконфигер on remote control. А, нам remote контроллер здесь нужен. Ага. Так, значит, тогда вот этот файл мне нужно будет скачать. Корпус, поставь делаться ремонт контроллер, пожалуйста. А где? А куда? А где-нибудь. Название тихо не написал, да, я знаю, Дим, это я сделал, собственно, немножко не то, потому что мне нужно скачать файл в GitHub. Ой, сюда. Можно как-то тебя скачать, спасибо. Где тут? Где он делается? Как оно? Space Elevator Shaft Conf. А. Где download кнопка, блин? Почему у меня GitHub все время? В Access.
Можно загрузить, пожалуйста. Блин, мне вот все время в гитхабе я путаюсь, где чего, кого и это. Да. Так, почему-то мы... Блин. Ладно, в следующий раз это сделаю уже эту. Так, что, кому висю? Кому висю? Почему висю? Это сюда, это вот так вот. Название тика я не написал, да, это я уже читал. Ага. Резюм. Так. Ну да, собственно, на сегодня нам осталось только это, поиграться с тем, как оно выглядит. А чё? В смысле? Ну, потому что нужно мне будет скрипт скачать, в директорию его закинуть, там... А, господи, там лампочки стоят, я не могу выбрать на производство. Какие лампочки? Какие-то лампочки у нас стоят на производстве. А, ну это я когда на заправку же делал, типа, лайт. Они еще, да, они там еще стоят очень. Ну ладно, я заказал, в принципе, он там 4 минуты делаться будет. Ага. Ну нормально. Как бы вот так. И да, я там немножечко еще доделал решеточки. А, кстати, по поводу света здесь на заправке, соответственно, куда еще лампочки-то пришпандорить? Ну, надо, наверное, где-то ближе к этим, по центру. К экранам. Ну да, видимо, по центру. Да что такое-то? Очень много вокселей. Ну, типа где-нибудь вот здесь он, да? Тип того. Не, по-моему, надо подвинуть слегка. Когда я ставил, мне было немножко неудобно. Ближе к этому, к свисающему монитору. Ага, вот где-нибудь... Типа здесь. Кстати, ну вот если бы ты еще фонарик выключил, я выключил фонарик. Да, вполне себе хорошо. Хоба. Ну прям как настоящая заправка. Сейчас, секунду. Я тут это, одну штуку полезную сделал. Ага. Ну я думаю, тогда с этого конца тоже лампочки, наверное. Вот, теперь есть дорожка, чтобы подойти к лифту. А, ну с обратной стороны, да, там нужен какой-то свет, потому что как бы... А то совсем темно.
Ой, а у меня стрим упал. Упс. И, по-моему, не намеревается возвращаться. У меня битрейт упал. Как посмел? Хороший вопрос. И все молчат. А где Юра? Юра должен мониторить. О, как вам, народ? А? Лампочки-то на заправочке-то. Тут будут картиночки нормальные вместо того, что просто тут это. А, ну у меня ОБС, скорее всего, зависло, поэтому да. Тут будут котики. А там будут, соответственно, тоже картиночки, когда их заапрувят. Вот. Что там ремонт, говоришь? Делается? Да, делается. Но, возможно, уже даже и нет. А, знаешь, что мы еще-то забыли? Тормоза. Да зачем? Как эта хрень будет ездить без тормозов? Ну, соответственно, для тормозов-то я место знаю. Это будет на внутренней, типа, стене. Ну, там, где аджастеры крепятся, там, где вот сейчас мы как монитор, как монитор стоит, только наоборот. Ну, в смысле, только рядом с ним. А вот. Что тут у нас еще? Так, значит, контейнеры, бензобаки, скриптовая фигня, аджастеры, тормоза. Подожди, то есть нам тормоза придется и такие делать. Чтобы внизу он тормозил это самое атмосферниками. А вверху ретрами. Ну ничего так. Главное, чтобы оно ездило. Потом, когда-нибудь. Соответственно, я тогда после стрима отредактирую. Ну, в смысле, скачаю скрипт, положу его куда надо. Почитаю, что еще сюда нужно втырить. Потому что в скрипте там написано. Что там написано? То есть у него слоты обозваны зачем-то Warp Drive, там Atma Fuel Tank, Space Europe, G-Gira, слоты. Хрен узнает. Надо читать, короче, скрипт. Потому что там... Я вернулся, пришлось... Ой... Страшно. Пришлось ОБС-ку перезапустить. Жесть какая. Ну, потому что да, вот потому что все забилось к чертям. А то еще у меня что-то чат у меня почему-то черным окном вылез. Да что ж так? Непрозрачно. Рассвет настает. Правильно. Конечно, как же. Ой, слушай, облачка-то они как бы, смотри, пропадают. Я смотрю на облачко, оно тает. Прикольно. Не обращал раньше внимания. Все, пропало. Пропало облачко. Так, выключись ты. Ага. Так, я тебя обзову. А, нет, ладно, потом обзову. Ты где? Что там ремонт? Он долго будет делаться-то? Ну, 4 минуты, как бы, ну, должен... Ау! Уже, как бы, быть. А куда ты его делал? В этот самый, да? А, подожди. А, вот. Все. Ну, куда? Куда они все ассемблеры делают?
как бы. Ага, все, все, нашел. Нашел. Ой, а что у тебя выше было? Да вот, да, все. Дуалка сказала до свидания. Потому что вот это их извечная проблема, которая была в начале и которая так и осталась. Ну, какой-то, нет, какой-то момент не было, но, собственно, она очень сильно забивает память, и в какой-то прекрасный момент она крашится. Сейчас она сделала именно это самое. Кошин. Потому что даже после часа-двух игры она очень даже долго выходит. Я просто не знаю, сколько на нее надо памяти даже. По-хорошему. Чтобы это все нормально работало. Чем больше, тем лучше. Да, как на Касперского. Ой, Касперский. Сразу вспоминается хрю. Сколько ни ставь, сожрет всю. Ты же, ну чат-то уж может быть у меня перестанет так висеть черной картинкой. Или не перестанет. В смысле, ты имеешь в виду именно чат, который чат на экране, который отображается? Который стримлапсовский, он у меня просто. Просто такой черный квадрат. А, кек. И я так подозреваю, да, он и на стриме, естественно, черный квадрат. Видеопоток поступает слишком медленно. Чего бы вдруг? Ой, как это знакомо. Что-то, в общем, чат маленько поломался, поэтому я его сейчас отключу. Но, кстати, если что, буду. Хотя, что тут Внезапно у меня картинка в OBS поменялась раньше, чем в самой игре. Неожиданно. Да. Рассвет. Угу. Я эти самые поставил, типа, об решетку. А здесь не поставил. Блин, не поставилось, понятно. Можно. Я обрешетил бустеры. Норм.
Только их же все равно будет больше. Ну, будет больше, да. Остальное ставить. Ну, смотри-ка, все. Теперь не желтый у нас. Торг. Все нормально. Ага. Раскукожила его. Раскукожила. Если, допустим, вот так. Типа сразу под них, да, ставишь? Ну, видимо, так и придется. Там у нас даже какой-то запас остается по пространству, где, в принципе, можно будет даже образить двери для перехода внутрь, собственно, нашего направляющего. Зачем нам переходить внутрь направляющей? Ну, внизу и на самом верху, в принципе, это было бы неплохая вещь. Ну и где-нибудь даже, может быть, посередине. Хотя посередине вряд ли пригодится. Так, ну я не знаю, можно поделать рейлинги пока. Да? Запускай тогда их в где-нибудь. Они делаются, я тебе сейчас скажу, где. Ну, или в эске, или в эксеске. В эксеске. И на него, соответственно, нужен сталь, болты и XS стандарт фреймы. А я пока тут присобачу остальные эти. Оп. А сколько их надо-то? Ой, дофига. Блин, я забыл, как они называются-то. Барьер. Уже. Барри. А ты какие делал? Эски? Медиум. Не медиумки. А еще есть угловые. Ага. Ну, угловые нам не пригодятся, потому что там аджастеры. Ну да. Ну и, собственно, там непонятное количество пока их сколько надо. Да ставь полтинник, не ошибешься. Все равно потом доделывать. Окей. Хряк. Ну, естественно, не хватает стали. Стали очень мало надо на самом деле. Ну там по литру на штуку, да. Можешь закинуть их в По два. Вариус. Да, а, раз, два, три. Можешь закинуть в Вариус там. Ну да, я сейчас, собственно, этим и займусь. Никто нажал. Хрип. Так, и что-то там надо, по-моему, XS фреймов чуть-чуть доделать. Это, по-моему, не доделать, а именно сделать они. Нет, доделать. Он заказ у него есть коннект с фреймами. А, Их ну. 55 штук. Че, реально? Хе-хе, откуда? Ага. Я не понял, я тебе принес сталь. А вот коннекта туда у него, походу, нет. Как раз в тот контейнер. Верхний. А, Не заперт. ну тогда надо сделать. Или я что-то не то закинул. Может, ты нержавейку случайно закинул? Подожди. Нет, не нержавейку. Нержавейку-то я вряд ли. Ну, конечно, я не то закинул. Все нормально. Просто не то. Вот, а фреймы, фреймы.
Да, все. Пошло. Фреймов, может, кстати, и хватит на самом деле, потому что... Нет, не хватит. Их тоже нужно сотню всего. Basic Standard фреймы. Восемь же. Нормально. Брейкфорс 0G. У нас есть вообще брейки, интересно мне. Только ретро-рокеты и только медиумы. Угу. Окей. Что-то покраснел. Пошло делать. Что ты покраснел-то? Вот что ты покраснел? Стыдно тебе? Игорь, там тень такая на холме. Где-где-где-где-где-где? А, от башни. Ну. Вот, соответственно, надо же будет какой-то придумывать сюда помостики, ну как-то в общем переходить на эту штуку. В смысле бери этот лифт. А, ну вокруг него, ну, как-то на него... Вокруг него, я думаю, тоже перильца надо будет организовать. А, нет, подожди, в смысле заходить, запрыгивать ты имеешь в виду? Так он, это сейчас он просто у нас висит, потому что мы его работаем, он же опустится вниз до конца. Ну, он все равно будет не настолько низ. Там же за счет аджастеров еще, то есть где-то два блока. Угу. Ну, какой-то там чуть-чуть подъемчик надо будет сделать. Либо, знаешь что, либо не подъемчик сделать, а выемку под него вниз сделать. Вот, чтобы он вровень с полом у нас падал. Ну, это, кстати, лучше будет вариант. Собственно, о нем-то я и думал изначально. Ага. И тогда, соответственно, эту палку ларжовую тоже вниз до упора, да? А может, даже не придется. Не-не, я думаю, с точки зрения эстетики, ее надо в любом случае вниз до упора, как бы, да, ну что, потому что, как бы... На чем все это держится? Ну да, ну да. Ну там дофига, на самом деле, столбов придется делать. Тут вообще, на самом деле, по факту, можно целое огромное помещение бабахать внизу. О, да. Для чего-нибудь. Я не знаю даже для чего, но можно. Так. Что у нас есть еще интересного из материалов, которых много, и они нафиг не нужны? Да не стесняйся, делай, чё ты. Накопаем. Надо будет накопать, да. Не, ну, например, дерево мы не накопаем. Его вообще надо отдельно заказывать. Ну, дерево — это уголь. А, не, ну вот те, которые штуки, которые делают цемент, да? Их можно залинковать к углю, к кислороду, там, ко всему, что надо. То есть я не... У нас... Привет, Йотан. Зачем? Для балласта земли? Есть, есть. 2000 кубов земли есть. Видал, какая... Земля не проблема. Какая палочка. Начало палочки, да. Полированная зеленая сталь. Это она нужна была для какого-то этого, для какой-то библиотеки. А она, сволочь, не делается там двумя литрами, знаешь, ее только в этом. Ну да, она только десяткой же делается. Да если... Ну если в руках. Так сталь не делается в руках, в том-то и проблема. Ну да, в принципе. Хотя не, подожди, она первый уровень.
Сталь второго. Первого. Жена. Она первого. А вот бетон второго. А, нет, подожди. Сталь делала там что-то другое в руках, короче, не делалось, что нужно было для этой штуки. Ну, собственно, бетон второго уровня. И я, короче... У нас здесь второго уровня почти ничего нет. Я пробовал... Господи, марбл... Марбл, а, это мы там вначале, типа, извращались. Ага. Так он тоже в Ханикомбе только делается. Угу. Так. Я забываю, это типа гранит он там. Или что у нас? Нет. Что мы будем делать с остальной что? Площадкой? Что, на ней придумать, да? Не, в принципе, ее можно как бы сделать дорожки между контейнерами, а площадку так и не закрывать, то есть барьерчиками огородить. Людей катать. Ну, очень большая все равно получается. Ну, как бы, с учетом того, что мы на ней сможем и большие корабли поднимать, то, в принципе, как бы можно организовать площадки. Посадочные вот, по углам. Почему бы нет? Только в одном месте где-то сделать, да, как там. Ну, типа жилой модуль. Глянь на барьерчики, на каком расстоянии их шлепать. Вот так где-нибудь. Ты знаешь, я бы, наверное, начал их шлепать от края. Ну, логично, да. А там уже, где заходить, мы берем просто и. Все. Да, их все а равно... так, в принципе. А так, в принципе, да, достаточно между ними расстояние, я думаю. Вывалиться через них не получится. Хотя здесь очень сложно это проект. Не получится. Типа вот так вот, да? Типа, да. Типа в них пролезть. Протек. В общем, да, я отвлекся. Ага, так, ну, между ногами тогда получается по два блока. Что у нас? Зеленого пластика много. Синего, кстати, не так много. Желтого пластика у нас, в принципе, предостаточно. Ну, такого желтого. Темно-желтого. Он мне, кстати, сейчас, наверное, пригодится. Или не темно-желтый. Вот, что-то наверное, я... не темно-желтый. Что-то я, по-моему, в косорезе. Ну ладно, потом проверим. Все равно сейчас будет видно, типа, когда дотянется до конца, что их нужно будет сдвигать или раздвигать чуть-чуть. Ну, вот, да, чуть-чуть есть. Погоди, пока не трогай. В любом случае, я же говорю. Нет, да... там. Последний у тебя чуть-чуть ближе надо сдвинуть. Так не, я говорю, пока не надо. На один блок. Я ничего не трогаю. Не. Я тут своими делами занимаюсь. Так, чем бы еще заняться таким, чтобы ничего не делать? Пойду-ка я посмотрю, где нам можно сделать. Оп! Ты меня слышишь? Или я в Дискорде тоже упал? Неожиданная фигня. Task Manager. Discord, ДУ. Очень страшно. Опять все упало. Сейчас, господа, перезаходим. Раз, раз. Как-то похоже, интернет отвалился. Да не интернет у меня. Да? Не интернет у меня отвалился, а опять то же самое, что было в начале. Понятно. Крэшнулась дуалка и забрала с собой Дискорд.
Как так? Я не знаю. Да, вот она вот что-то как бы в плане стабильности. Вот вроде они что-то обновляют, что-то добавляют. Казалось бы, по идее, вот даже, да, там какие-то там графические моменты они делают. Соответственно, они должны все равно же быть плюсом в оптимизацию, а в итоге что-то как-то... Сначала был плюс, а теперь как-то вот минус. Такой фигни раньше не было, да. Дюм-дюм-дюм. Дюм-дюм-дюм. Картинка меня постоянно это самое постоянно делает ржать. Такие огромные здания, огромные корабли летают, и стоит на переднем плане вот этот грустный чувак с экстра маленькой корой. Ну вот что, все с чего-то маленького начинают. Так, а теперь у меня стрим упал. А теперь поднялся. Да что ж такое? А, так, что я хотел? А, я хотел сбегать посмотреть на тормоза. Да. Ля-ля-ля, жу-жу-жу, я сегодня торможу. О, господи. Это же в оболочке в какой-то, кстати, вот эти шуточки были раньше. Где? Ну, что-то для винды, по-моему, была оболочка, типа, под Linux, и там оформление было под Linux, под Mac, и, короче, можно было в одном из оформлений сделать, что у тебя вот это в менюшке пуск внизу, или внизу, или вверху, короче. Опять тебе инжекторов не хватает, нехороший периодически ты человек. Вылезали вот эти вот шуточки, вот как раз ля-ля-ля, жужу, я сегодня торможу из этой серии. Я просто помню, знакомый там чувак ставил. По-моему, еще даже на 98-ю там или на XP-шку еще это был где-то. Прикол. По-моему, что-то оно какое-то там. А что-то даже какое-то название слегка знакомое. Вот. Я бы его даже фиг бы вспомнил на самом деле. Угу. Вот, и да, такая штука, она типа меняла весь интерфейс. И ты такой типа сидишь на винде, ну вроде как у тебя все выглядит либо как Linux, либо как Mac. А, да-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 да. Ну, чисто визуалка, как бы. Хотя нет, подожди, она что-то, по-моему, даже какие-то игрушечки она из Linux даже добавляла стандартные. Ну, они, собственно, там почти те же самые, что и в винде, поэтому особо разницы. Я сейчас не понял. А, мне нужны медиум ассемблеры, они все заняты, да. Ага. Прекрасно. Атмосферик Airbrake-лы. Так, гидравлики, мобайл панельки, стандарт фреймы, медиум. Basic mobile panel ME. Basic standard frame ME. Так. Значит, basic standard frame, basic ionic chamber, basic mobile panel. Заказ понятен. Mobile panel у нас сделались, по-моему, здесь, да? Да. Basic mobile panel ME 20 штук, пожалуйста, мне, спасибо. И даже всего хватает пока. Вот ты смотри. Так. Ага. Basic standard frame, да? Ага. Фреймы у нас заняты чем-то. А, ты Basic standard.
Да, XS, ну потому что там Nike на барьерчике надо. Ага. А зачем мы делаем Uncommon Standard Frame в 20 штук? Непонятно. А хотя ладно, так, Advanced у нас. Ага. Ну, вчера я вроде фреймов не заказывал больше. Точнее, их, по-моему, вообще не заказывал вчера. А Basic Standard Frame. Окей. Пошла жара и... Что я говорил? Ionic Chamber, да? Так, здесь у нас делается Excel-евская Ionic Chamber. Для чего? А, ну да. Basic Ionic Chamber M. 20 штук. Нам надо было херлисами называться, короче. Потому что мы его вот очень копаем прям. Ну, на данный момент мы не копаем. Ну да, ну в основном у нас как бы все заточено на то, чтобы ресурсы, ну даже не то чтобы добыть, а скорее переработать какой-то там. Ресурс-то дело нужное. Не спорю. Так, и, собственно, чё? А, ну да, собственно, надо придумать, из чего эту площадку грёбаную сделать. Да, барьерчиков-то дофига надо будет. Протек. Протек. Ржавенькие такие. Ну, когда-нибудь они добавят скины к этому. Ну, наверное. Судя по тому, что судя по тому, что по правому клику есть вот да, это set element skin, то да, есть подозрение, что будет. Посмотрим, слетаем наверх, посмотрим. Ой, мама. Как это выглядит с высоты днем. Да я думаю, примерно так же. На самом деле. Красота. Да, во, отсюда я озеро вижу. Можно, конечно, было извратиться... заклеймить вон ту гору и с горы строить лифт. Ну, кстати, да, вот это такой прям вариант. Но теперь мы это переносить уже не будем. Видишь, в плане лифта тут выгоднее с самой высокой точки строить. Не поспоришь.
Джеронимо! Да ладно, там еще не так высоко падать. Пока не так, да. Тут еще там пару-тройку ядер тройки вверху. Да, к тому же это самое. Через какое-то количество ядер там уже линк пропадет к тому, из чего строить. Кстати, да. Это тоже будет проблема. Не, ну вот я смотрел, ребят, когда строили, они там себе ставили контейнеры через какие-то промежутки. Ну вот, собственно, у нас есть для этого внутреннее пространство. На самом деле, надо его, типа, контейнер с собой перетаскивать, типа, из серии. Вот ты как-то декорируешь тут, я смотрю. Да я не декорирую, это я так под площадки примерно место размечаю и понимаю, что я это сделаю не совсем правильно. Потому что тут же еще стеночки будут. А что мы будем... Что ты хочешь перевозить на этой штуке? Сейчас какие-то смол кораблики? Ну, конечно, какую-нибудь там маленькую фигню, типа, знаешь... Не, потому что осел, по-моему, сюда, например, не влезет. Но это не точно. Ну, чисто в теории он сюда влезет. Не, он сюда, кстати, влезет, на самом деле. Ну, так, типа, наискосок на угол он встанет. Ну, на маленькой площадке вполне себе можно там... Да даже огурец. Ну, огурец сюда вообще спокойно должен. Не, огурец-то без проблем как раз. Да. Здесь вполне себе можно даже какой-то кораблик, типа... Ну, вот единственный минус, что даже, да, вот если построить кораблик, который не будет обладать атмосферными движками... Хотя, может, с атмосферными движками, я не знаю. То есть, типа экономить топливо, да, и поднимать его здесь. Угу. А, да, и, собственно, и опускать его здесь, а там уже чисто движками он будет атмосферными. Там, потому что, опять же, ну, нужен лифт в другом месте, чтобы его опускать и поднимать. Угу. А так, да, типа, накопал, и со спокойной душой, как бы, груженный корабль... На лифт посадил, а не на планету. А, ну да, ну, собственно, к этому идет. Мне очень смущает, что эти вертикалки покраснели. Ну, ты знаешь, у меня такое ощущение, что это из-за того, что они близко... стенки находятся. Типа у них будет не такая хорошая эффективность, но блин, им собственно надо получается держать просто как бы вот на каком-то расстоянии от этой стены по сути. В большей степени, наверное. Ну, будем посмотреть, потому что я уверен, что мы его еще не раз и разобьем, между прочим. Этот лифтец. Все возможно. Вот почему-то те, которые под наклоном, да, стоят движки, им типа норм. Ага. Так что все может реально упираться просто в расстояние. В смысле стеной закрыты? Так, а какая... Они же не спереди закрыты стеной, а сзади. Они же не работают в ту сторону. В обратную. Ага.
Так-то-да, тогда они, конечно, стеной закрыты. Ой. Enable thrust along gravity. Чё? Enable torque. Чё? Ну так они и должны в стену дуть. Эта стена представляет собой как бы землю. Ну, Но направляющий, как бы, скажем, да. вверх. Землю, но вверх. Мне так кажется. То есть я ну, народу смотрел, у них такая же шляпа была. Ну, в смысле. Только у них наоборот лифт был, как бы коробочка снаружи. Вот, кстати, неизвестно, будет ли это работать вот таким вот образом. Хороший вопрос. Ну, по идее, почему бы и нет? Потому что там он у них внутрь, да, как бы это все компенсирует, да, чтобы не вылететь из коробки. А здесь я Типа. снаружи, типа, блин, да, ну все то же самое. Потому что площадку мы как бы достаточно большого размера можем использовать и меньше тратить материалов на эти стены. О, да. Если бы мы это делали по краям, то это был бы какой-то очень странный лифт. Не, ну вообще я как бы да, вот эти видео, они башенки, они как бы тоже небольшие в плане площади. Не, ну вот люди саму башню делали, у которых я смотрел, они делали на ларжовой коре, но размер под медиум. Понимаешь, нет? Так, ну что, я думаю, сейчас это сам барьерчики дострою с одной стороны, и можно потихонечку закруглять зо. Потому что сейчас особо делать нечего. Сейчас у нас элементы будут штамповаться. Тудыма. Ой, сейчас только что будет штамповаться. И долго. Ну да, считаем, мы в день можем поставить 4 ядра. А нам их нужно 50. Господи, сколько же мы его строить-то будем? Достаточно долго. Static core. Особенно с возможностью как, по времени, так это вообще. А так, по деньгам 350 тысяч она стоит, ларжовая кора. Ой-ой-ой-ой-ой. То есть, в принципе, я могу себе позволить сейчас 4 штуки купить, но... Но денег жаль. Это самая дешевая цена, да?
Ну да, ну оно здесь у нас на этом самом есть, как его. Ладно, хоть у нас есть. На маркете. А то некоторых предметов у нас тут вообще в принципе нет на планете. Это что так ма? Painted yellow. Значит, я вам тут странные полы рисую. Я просто не знаю, какой цвет бы так попользовать, который бы хорошо подошел. Здорово. Спасибо. Я, кстати, да, заметил, что поменяли название канала. Я даже знаю, о ком ты говоришь. Здорово, народ. А зачем, Дима? Ну, в принципе, то есть я вот приблизительно это и делаю, что вот здесь кончается кора. Что ты там, где там, что делаешь? Я наверху. На самом верху. Блин, как надо вылететь, чтобы
Успел зацепиться. Или не успел зацепиться. Я вообще не понял, куда я. Вот. А, ты вот, понял. Ну, собственно, на аватарке ж канал видно, что теперь... Эпик. Название другое, да и в Дискорде поменяли. А то я что-то смотрел, да, типа, канал, название поменялось, а в Дискорде старое висело название. Что там, как ваше голосование? По поводу оповещений. Потому что с оповещениями прям беда. И... Она прям у всех... Ну и вот, и нормально. То есть, вот на каждой такое то самое, на каждом, на начале каждой коры будет стоять вот такой вот пояс из желтеньких. Ну там будем смотреть, как она будет совпадать. Там плюс-минус, может, придется. Ну там на блок на два сдвинуть, знаешь. Не суть, типа. Так. Вот, ее даже, эту желтенькую даже с земли видно. Ой-ой-ой, как грызет. Не, ну вот эти желтенькие, они и будут как бы отметками высоты, или ты именно циферки хочешь, чтобы были? Я циферки не хочу. Мне собственно, циферки без разницы, потому что... Это Дима. А смысл? Ты же все равно высоту видишь, как бы. Этажность тут не важна. Так, ну вот смотри, значит, все, количество этих... Есть, теперь их надо расставить как-то. Или нормально, или так оставить, или хрен с ним. По-моему, нормально вместились. Там же все равно еще какие-то уберутся, парочка. И вдруг со временем это хорошо. Еще ой, мама. Прекрасно. Ой, мама. Ой, тут какое все оранжевенькое стало. Да это просто я слепил из того, что было. Главное, в кресло не садись, а то он, грюкнется. Да. Вот, а еще момент, почему-то они как будто как-то неравномерно. Кто? Стоят, хотя от конца до конца. Ну, если по этому смотреть... Ой, у меня вообще с картинкой. И кнопку вызова лифтера. Такой. Да. Точно. Если застрянешь. И остановки. Да, вот 50 на 50 оповещения приходят, причем вообще непонятно, как они там приходят. Потому что мне даже на канал, собственно, оповещение когда как приходит. Но там, ладно, там они с бота хотя бы идут и... Ну, на Дискорд. Они могут прийти через 10 минут, могут прийти через полчаса. Лампочки. Алтарь какой-то. Не, ну а чё? Валялись лампочки. Зачем-то надо будет, я не знаю, наверное, какого действительно пластика понаделать. Единственное, что оно снизу будет тоже так же все разноцветно выглядеть. Ну и хрен с ним. Собственно. Не а вижу. Вдруг кто-нибудь перепутает и сядет снизу? Хотя не получится. Потому что притяжение, оно же такое будет. Ну, с одной стороны. Я думаю, что на сиденье садиться не стоит, пока вообще площадка не... Ну, по крайней мере, двигатели не будут готовы все. Ну, аджастеры, вертикалки, да. Так, ну что, собственно, все, я думаю, тогда. Я вот иду.
потихоньку в сторону заправки. Угу. До заправки все-таки площадка побольше стоять, чем на лифте. Ну да, и можно так это подивиться, собственно, издаля посмотреть. Не, заправка мне нравится, как выглядит. Единственное, что надо будет раскрасить, конечно, домик сам. Так, ну-ка гляну, вдруг у меня там картинки заапрувились. Сейчас. Ты надеешься? Ну, так. Да. Угу. Да нет, скорее всего, нет, конечно, но так, image upload, 5 из 5 under review, да, пока еще не то, пока еще не это, не то и не это, так что да, ну вот такое сегодня получилось заложение довольно, собственно, самого большого объекта, который мы когда-либо еще строили на данный момент. Ну, пока, наверное, даже не самый сложный. В плане строительства, зато в плане технической какой-то, да, части, как оно будет работать, это уже хороший вопрос. Ого. Потому что вполне возможно, что первый запуск разнесет нам всю эту башню к хренам. Это будет... Хорошо, если внизу разнесет. Это будет очень обидно и печально. Но, да. Собственно, это... Да, всем спасибо, ребят, кто приходил, спасибо за лайки, спасибо там вообще за все, вот. Ссылочка на Корпса и на Дискорд есть в описании, так что заходите. Ну, у меня, собственно, на Азатрикса есть ссылочка, также на Дискорд, вот. Да. Завтра там посмотрим, грузовички отменяются, пока, видимо, ну, посмотрим. Может, и не отменится, может, что-нибудь другое будет. А, потому что мультиплееры в грузовичках теперь... предвидится не скоро, видимо. Надо почитать бложики. Может, что-то напишут интересного. Вот. Грузовички, это не ко мне. Угу. Но зато есть лошади. Ну, и железная дорога. Да. Все, ребят, всем спасибо. Приходите в следующий раз. Всем бобра. Пока-пока.